Что ж, ну что ж, всем привет, доброго вечера. Продолжаем после немного фейлового в плане записи второго стрима проходить Fallout of Nevada. Вот, решил немного необычным образом решить проблему с записью, вот. В виде того, что на канал... Так, надо таймер включить. А, в виде того, что на канал на Ютубе выложил, так сказать, краткий ролик по благо, опять же, там тот стрим, он больше был чисто из справочных диалогов, которые сильно э, такой ценности глубокой для сюжета не несут. Вот. Поэтому да. Надеюсь, получилось хоть как-то обрисовать, восстановить картину происходящего. Вот. Привет, привет, Курагихику. А... Что-то еще хотел сказать, но забыл. А, ну, так как я а, супер-мега параноик, я еще раз проверю. Что вот записывается. Ну, вообще, как я понял, я вот сейчас зашел э, на Твиче в раздел Видеостудия. И вот сейчас у меня э, в материалах написано то, что вот Fallout of Nevada» день 3, идет трансляция. То есть оно как бы в лаве записывается. Э -э 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 -э. Но на всякий случай я сейчас тоже запущу, включу запись. Вот. Вроде еще что-то хотел сказать, но забыл. Но anyway, anyway. Поэтому сейчас запись я включу прямо при вас, чтобы все видели, все были свидетелями того, что сейчас точно все запишется. Вот. Теперь работаем, работаем. Остановились мы вчера на том, что я пришел в Джерлок, немножко со всеми побазарил. А, и, собственно, dogs dogs curtain, <Alex> <-T2> запускаем гуся. Вот это да, вот это, кстати, тема, я согласен. Пришли немного, побазарили со всеми в Джерлоке. Вот. У этого столба был привязан чувак который похерил здесь насос. Мы договорились, то, что сможем помочь починить этот насос, чтобы этого чувака не убивали. Ну и, в общем, вот такая ситуация, да. А так как нам дали квест провести здесь разведку, то как бы желательно проявить активное участие в жизни этого поселения, чтобы больше о нем узнать. Ну и вот что у нас на текущий момент. Кстати, подумал э, насчет прокачки немного. Я думаю, то, что так как я вкачал ловкость и не вкачал при этом выносливость, и решил идти по пути без оружия, я все-таки думаю, параллельно буду подкачивать легкое оружие. Будет такой своеобразный рога, рога, скажем так. То есть э, можно пострелять с пистолетика да там можно чуть-чуть э, с автоматика с пистолетика но если чел подойдет достаточно близко можно как бы и пенделя ему прописать правильно поэтому будет такой своеобразный гибрид попробуем так потому что э, после файта вчерашнего э, с вот этим борцухой который все подначивал меня. Немножко меньше уверенности в своих силах с точки зрения чистого без оружия, потому что, ну, как бы, прописать-то я ему вроде могу, но сам держать удар э, не очень хорошо могу, поэтому вот такая ситуация. Но, опять же, в идеале, как минимум, найти броню, хоть какую-нибудь кожанку, а в идеале что-то и получше, и тогда, конечно, уже можно будет думать насчет э, того, оставить ли прокачку чисто в стези без оружия. Но это да. Поэтому пока что мы, так сказать, своеобразный глаз кэнон. Вот. Больно бьем, но сами быстро сыпемся. По квестам. Я так и не зашел в квесты. Так, это основная линейка квестов. Нас уже ведут в Ньюрино. Юрина, это, я так понимаю, будет первый именно такой большой город. Не то, что вот эти э -э деревеньки, там, 4 домика, 3 бомжа. В Блокроке у нас надо вылечить ту бабу, и разобраться с рабами. И в Джерлоке надо разобраться с насосом. Попробую сейчас сходить в город убежище обратно. Поговорить там насчет того, могу ли я как-то достать насос. Вернее, не насос, а... Ну, случайная встреча. Перед вами ловец пустынных ящериц. Подходя к костру, вы замечаете сильно загорелого мужчину в кожаной одежде. На первый взгляд он выглядит немного заторможенным, будто поджидает что-то, чтобы мгновенно схватить. Завидев вас, он лишь с любопытством озирается. Можно? «Не возражаю». Его голос кажется глухим и сдавленным, будто в жизни этому человеку редко приходилось общаться с людьми. «Должно быть, у тебя есть веские причины блуждать по этим бесплодным окрестностям?» «Да, мне пришлось отправиться в дальнее путешествие, но, как я погляжу по твоим запасам, эти края не столь уж бесплодны». Немного нахмуривается. «Можешь не приглядываться, там только пустынные ящерицы, дневной улов». «Так ты ловец ящериц». Ну, да, полжизни этим занимаюсь. Другого ничего не умею. Подвиги ловца в битве против ящериц. Ну, да, возможно, древние русы, они вот так и стали выглядеть в... После постапокалипсиса. То есть, никто... Никто не исключает такого. Возможно, это... Такая, скажем так, нетфликсовская -овс... адаптация древних русов. Вот. Америка все-таки страна возможностей. Поэтому даже постапокалиптическая. Поэтому, да, всякое может случиться. Вот еще один гусь, только у него немножко башка съехала. Ну, по крайней мере, на телефоне я так вижу. Не знаю, как он на компе выглядит. Вот. Но чуть-чуть его так, скажем так, макушку ему отпилило. Вот. Так. Здесь обидают другие люди, кроме тебя. Ага, есть пара маленьких поселений неподалеку. На юге говорят еще больше. Но я туда не ходил. А на востоке тишь да гладь. Редко там поселенцев встретишь. Так, ну пока же как дойти до них, скорее всего, он про Нюрина, Джерлок и Блэкрок. То есть мы все это знаем. Да, Блэкрок, Джерлок. Ну да. А что за это, что за ящерицы? Игуаны пустынные ящерицы ползают тут и там, ловишь и на костер, а больше с ними делать нечего. А, должно быть ты отлично справляешься с выживанием в пустошах. Ага, мне на роду написано обитать в пустоши. Не люблю среди людей жить, а тут все есть, что нужно. Это этот аскет, аскет. Кто-нибудь ел гуся? Не знаю, не знаю. Но как минимум запускали это точно, запускали многие и не раз. Вот. А... Забыл, что у него спрашивал. Про людей спрашивал, про ящериц спрашивал. Ну, интересная была дорога, ой, дорога. Интересная была беседа, но мне пора идти своей дорогой. Прощай. Хотя... Вот, ты можешь приготовить для меня игуан? Ну да, а что ты мне дашь за это? Ну... Слушай, а расскажи -ка лучше, как их готовить вообще. Мне в походе такой ох, как пригодилось. Это несложно. Приведи... При... Принеси мне воды или денег. Научу. Вот тебе фляжка чистой воды. А ну-ка, да ладно тебе. Два хороших человека смогут найти между собой общий язык, разве нет? Трапер научил сделать шашлыки из Игуан. А главное, чтобы желчи не осталось, иначе держись за живот. оказывается, все не так просто. Что ж, благодарю, охотник. Ты мне очень помог. Байкал отвоевал. Ну, кстати, здесь же есть этот Солт Лейк Сити. То есть, это, можно сказать, местный аналог Байкала. Жалко то, что мы его не встретили по итогу возле Солт-Лейка. Вот. А поторговаться, кстати, реально что нибудь можно с ним? Но у него только шашлыки. Такой, шашлычник, шашлы... шашлычник, да. Летняя кафешка придорожная. 200 экспо, кстати, дали. Неплохо. Это я ящеров наспомнил, что, что, что только чтобы было что ловить, так сказать. Ну да, да, то есть мне пригодятся мишени для тренировки. Запускаем ящериц, работяги. Так. Надо спросить на складе, что там с этим, с насосом. Мне нужен предохранитель для водяного насоса. Мне не поступало распоряжение выдавать инвентарь с технологической номенклатурой обратись к своему руководству, Питеру Грейвсу. А ладно, не будем пререкаться, это все бюрократическая стандартная возня. Тут стоит просто плыть по течению в этом плане. Что с гусем не так? Ну, я не знаю, что с ним не так, но как минимум ловить меня его не учили здесь, поэтому, конечно, на ящерицах мне проще тренироваться, чем на гусях. Вот. Но как бы глобально ничего против гусей не имею. Запускаю, так сказать, практикую. Мне больше нечего вам сообщить, дальше вам придется действовать самостоятельно. Мне отказывают в выдаче предохранителя. Нельзя ли, ну, изменить правила? Аргументируйте, ничего себе. Короче, Э -э -э. Община Джерлока Нуждается в починке водяного насоса Я хочу им помочь Джерлок, поселение на юге Не понимаю, зачем нам помогать чужакам В любом случае, за южный сектор Отвечает сержант Старк Вы можете найти его в здании на другой стороне дороги Пойду поищу его Спасибо С помощью чего ты запускаешь гуся? Ну, с помощью чата напрямую Беру так и оп, впустил. И с Божьей помощью, это правда. Так, кстати, главное, чтобы с Божьего благословения. Так а -а 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 -а. по поводу общины Джерлока. Вы уже побывали там? Какую полезную информацию вы получили? Так, стоп, а это... Это кто? Старк, да, все верно. Благодарю... Благодарю, гражданин. Это действительно очень полезная информация. Однако нас больше всего интересуют взаимоотношения внутри общины. Кто эти люди? Чего они хотят? Как себя ведут с чужаками и друг другом? Ну, вот эти люди развивают строгое коллективное общество. Это немного удивляет, но с другой стороны, почему бы и нет? Ведь община живет маленьким коллективом. Возможно, они поэтому и ушли от крупных поселений. Что ж, думаю, нам с ними стоит познакомиться поближе. А... Поближе? Что вы имеете в виду? Надеюсь, вы это понимаете. Город жертвует своими гражданами, заставляет выполнять небезопасную работу. А например очистку радиоактивных зон нам нужен труд наемных рабочих без риска для граждан о, -о, -о, -о. наемники <laughs> это имеет смысл верно гражданин речь идет о взаимной выгоде мы даем пришлым ночлег еду и медикаменты но в обмен на это они будут пожизненно выполнять работу на благо городу это справедливо не так ли но это же рабство ну Блин, не знаю, сложно сказать. Как бы добровольно-принудительный этот порядок. Сло сложно, сложно э точно сказать. Я вообще пришел сюда попросить э этот предохранитель. Блин, ну если скажет, что я ухожу отсюда, то, наверное, он скажет, то, что и без меня справимся. Вряд ли я его возьму на понт. Можно ради интереса попробовать? А если сказать то, что они дикие люди, что ж, это совсем не удивляет. Мы на другое не рассчитывали. Дикие опустившиеся люди. Их можно жалеть, но ни в коем случае не допускать к нашей обители. Таких соседей следует ликвидировать. Нифига себе. То есть, короче, в любом случае эту общину надо как-то заовнить по квесту. Короче, стоять. Я хочу загрузиться. Мне, мне, конечно, нравится вариант больше с а рабством, ну, то есть уже между рабством и смертью, то, наверное, все-таки рабство, тем более какие-то условия все равно будут давать. А вот. Если рабы, то есть наемники будут жить в равных условиях. Это справедливо. Рад слышать ваше одобрение. Мы уже обсуждали на совете это решение. К сожалению, до сих пор было некому решить этот вопрос. Теперь у нас есть и вы. Прошу вас передать предложение о поселении общине, но без раскрытия местоположения нашего города. Надеюсь, мы не ошиблись в выборе. Всего вам доброго и да здравствует город убежище. Необходимо помочь убежище... Ой, необходимо помочь общине со сломанным насосом, чтобы войти к ним в доверие. Нет проблем, сейчас мы сделаем запрос на склад и вам предоставят необходимый инвентарь. Ждем вести, гражданин. Да здравствует город убежище. Да, да здравствует город убежище. Ну... Э, anyway. В принципе, глобально... Неплохой вариант для общины. Даем им насос. Вернее, даем им предохранитель. Помогаем им, втираемся в доверие они с нами корешатся, и мы их оп, так сказать, нанимаем. Нанимаем на работу, помощь, выполнение каких-то поручений взамен на крышевание. В целом неплохо. В целом неплохо. Вот. Но опять же, учитывая, что это в добровольно принудительном порядке возникают некоторые моральные вопросы. Но так как я уже проговорился этому челу, там Второй вариант это уничтожение, поэтому этот вариант он меньше из зол. Откуда у тебя гуси? Они же все улетели. А, вырос только гуся запускайте, да богу молитесь. Это правда. Откуда у тебя гуси? Они же все улетели на Северный полюс. Ну, вот какие, какие не улетели, видимо. Как тебя можно назвать крокодилом? Типа кушаешь и плачешь, жалко же. Не знаю, не знаю. На такие вопросы уже сложно отвечать. Я не совсем понимаю, как они от гусей перешли к крокодилам. Да. Поэтому такая тема. Вообще, вообще что-то... Я заметил, как вернулся в город-убежище. Я когда тут был в начале игры... У меня постоянно какая-то каша в голове была, я не знаю почему. И вот сейчас завернулся, у меня снова каша в голове. Мне кажется... Э -э мне кажется, у меня это... Ну, тут как какие-то глушилки стоят, и я, я, я просто я начинаю тупить. Вот. Гуси испугались крокодилов и свалили на Северный полюс, очевидно же. Ну... Раз так, значит, да, да. Но с другой стороны, если мы запускаем гусей, значит, мы и сами не промах. Мы не те, кого должны бояться гуси. Вот, кстати, если, э, так сказать, сделать аналогию, да, то, что, допустим, крокодилы это город убежища, да, а гуси это Джерлок. В целом, мы э, не. Агрессивно как-то запускаем. Вернее, может быть, кто-то может назвать это агрессивно, но это, скажем так, принудительное сотрудничество. То есть э гуси вступают в принудительное сотрудничество с крокодилами вследствие того, что, ну, крокодилы их принуждают, запуская. Вот. Допустим. Е если, если исходя из этой логики, да? Например. Вот. И, соответственно... Всем хорошо. Гуси летают, крокодилы запускают, как бы процесс идет так, как должен идти. Вот, поэтому такая тема. Исходя из этого, исходя из этих рассуждений уже можно понять то, что как бы Джерлоку будет только лучше, если мы принудим их присоединиться к городу убежища и начать выполнять какие-то поручения. Кто-то скажет то, что это полная шиза, но все как есть. Все как есть. Это, это чистая правда. Счет древних русов. Вот. Как бы норм, пацаны, так э, моральные дилеммы в квестах и решают вот такими аналогиями с э, дикой природой. Потому что так мир он и работает. Так. Поговорим с Жерлоком. По поводу сломанного насоса. А, ну мне, видимо, самому надо установить предохранитель. Я думал, можно просто передать ему этот предохранитель, и он там сам что-нибудь разберется. Вот. Но все-таки. Давайте попробуем. Дело сделано. Дело сделано. Ну все. Легкость бытия. А -а -а, насос вновь работает. Неужели? И мы можем вновь пить чистую воду? А я уж было потерял всякую надежду. Благодарю вас. Без вашей помощи эти тупоголовые на улицах не справились бы. А что с в вознаграждением? Что ж, в обмен на это я готов отпустить Стива без выкупа. Отлично. Да, и передайте ему. Пусть он больше не попадается мне на глаза. Без проблем. Так. По поводу переселения попозже ему скажем. Так кстати, операция Крокодил запускает гуся, откладывается. Но мне больше нравится. Пусть будет не крокодил, да. Пусть будет ящер, да. Мы говорили о ящерах. Э, правда. В самом начале, когда мы увидели Ловца Ящеров, речь была о этих игуанах маленьких. В данном случае. С другой стороны, вот я вот думаю, да, на вот этих видео, типа там Древние русы против ящеров, Ящерские лахты или как там это. Ящеры, они выступают в исключительно негативном ключе. Вот. Но, видимо, теперь стоит переосмыслить значение ящеров для современного общества. Возможно, не все так однобоко, как это показывают. Вот. С другой стороны, конечно, ящеры тоже бывают разными. Все, ладно. С -с Сложно, конечно, так далеко развивать эту шизу, связанную с ящерами и так далее. Но что поделать, да. Такова жизнь. Это же мой спаситель. Как же я рад вас видеть. Не часто в пустошах попадаются такие люди. Насчет того насоса. Прекрасно работает? Да, уже знаю. Без вас никто из местных бы с этим не справился. Ладно, проехали. А, почему ты не уходишь из этого места? Некуда мне идти. Мы с сестрой сбежали из Рина от гангстеров и произвола. Но в пустошах, кроме рейдеров и раскорпионов, никого не встретишь. Далеко нам не уйти. Выбор небольшой. Uh, расскажи о себе и сестре. Я просто разнорабочий из Нью-Рина. Серьезной помощи общения дать не мог. Не то, что сестра моя. Она хоть готовить умеет. Расскажи об этом поселении. Маленькая община, состоящая из беженцев этого региона. Джерлок предположил, что выжить можно только коллективным существованием когда все отвечают друг за друга. Я искренне верю в его идею, хотя сам чуть не лишился жизни из-за нее. А... а с чем ты отплатишь мне за помощь? Над этим надо подумать. Увы, я ничего не знающий человек, не значащий. Но могу перештопать кожаную куртку, чтобы она удобнее была. Могу также выполнить какую-нибудь грязную работу, если подвернется. Ну еще вот, Отдает вам оружейные детали. Все, что у меня есть. Наверняка вам оно пригодится при ремонте оружия. А если нет, то сможете продать в каком-нибудь городе. Я вернусь, когда будет нужна твоя помощь. Спасибо, что позаботились о моем брате. А что вы теперь намерены делать? У нас выбор небольшой. В пустошах пристроиться особо некуда. Боюсь, еще какое-то время мы поживем здесь. Пока не найдем место привлекательнее. Расскажи о себе и брате. Мне так давно пришли из Рина. Жизнь там стала невыносимой. Раньше люди еще как-то могли договориться, но сейчас что, не день новый труп на улице. Потом мы услышали от караванщиков про Жерлока и его общину. Подумали, почему бы и нет. Так. Ну давай, показывай, Тайник. Я хочу все, что там есть. Где? Ищу, ищу клад. Пиратский клад. Вернее, джерлоковский клад. Нужна лопата. То есть жизнь подводит меня к тому, что я вынужден забрать у Боба лопату. Unlucky. Unlucky. С другой стороны, Боб, парень, не промах. Я думаю, если что, уже сделает новую себе. Вот. Ну-ка, а что у меня по карме? 29. Предательство. Дай Бобу компик и давать взамен. Ну, на самом деле, я могу, в принципе, у Боба вообще взять эту лопату. Э, так сказать... Так, ну тут... Я могу, в принципе, взять погонять просто у него эту лопату. Не забирать ее навсегда прямо. Так, кстати, можно теперь у этой дамочки спросить? Че и как? Блин, не доверяю чужакам. Че ж такое, а? О, это же наша опора и надежда. Раз вот рад вас видеть. Чем-то помочь. Так, вы бы хотели переселиться в более надежное поселение? Очень пристально вглядывается вас. Убежище, говорите, мистер, и где же оно? На севере, несколько дней пути. Вы наблюдаете, как остальные сельчане подходят к вам. И что, мы можем туда просто прийти и заселиться? А в чем же подвох? Подвох в том, что если вы согласитесь, то не сможете вернуться назад. А, сельчане оглядываются друг на друга. Почему? Я вообще на самом деле не хотел... Э... Короче. Подожди. Я не хотел пока их переселять. Ё-моё, я ещё засейвился далеко. Я вообще, я вообще думал, что, типа, просто, ну, можно спросить и сказать, там, спросить что-нибудь. А, хотите переселиться? Там, они ответят, да. Ну, я скажу то, что, там, я тоже хочу. Вот, все, давай, пакеты. Хорошо поддержали, ну, хорошо поговорили, все. Вот. Короче, сейчас по быстрому восстановлю прогресс. Как-то, как-то заводят меня в тупик некоторые диалоги. Не хватает иногда пространства, так сказать, для того, чтобы полноценно развернуться в а что такое. Патруль города убежища. В этой части пустоши надо быть блить, бдительным, бдительным. Следите за перевалами, гражданин. Так. Какие новости от последних патрулей? Довольно опасное место, если бродить в одиночку и без средств самозащиты. В последнее время активизировались рейдеры на Юго-Востоке. Это явно не к добру. Больше нечего рассказывать. А... Можете дать мне совет по выживанию. Обходить стороной трассы. Понятно. Можете проводить. Пойдем. Так, всем привет. Снова. Пастом чиним насос. Идем пообщаться с Жерлоком. Идем пообщаться с Челиком. На всякий случай снова их расспрошу. Может быть там какие-нибудь вопросы дают, какие-нибудь заметки у меня в этом, в дневнике. Еще что-нибудь, какую-нибудь полезную инфу. Так, ну ладно, мы запомнили то, что это здесь. В целом, пока можно свалить. Только сайванусь. И пойдем к Бобу. Опа! Волки. Окружили волки. Койоты, вернее, койоты. Но надо драться. Я дерусь один в ринге. Меня окружала стая ГЕЕН. -Э когда лев ранен, он очень опасен. А когда не ранен, не очень опасен. Как ждут? А, у меня в, одно, в этой в одной руке пробы. Ну не пробы, а эти как его. Капсулы для крови. Ну да, для проб крови. Но! Это было больно. Отбегу вот так вот. Ай-яй-яй-яй. Гавгавычи окружают. Но тут надо отбиваться, конечно. На! Это было больно. Блин, очень больно они меня покусали. Еще и инфекцию вызвали. Возможно, я не переживу этот бой, на самом деле. Все. Вот так вот. Казалось бы, да, когда лев ранен, он очень опасен, но не тут-то было. Не тут-то было. Ну, я говорю, мне прямо по зарез нужна какая-то броня. И дальше я, в принципе, так. Дальше я, в принципе, буду уже разваливать. Собаки за Бобом стят. Да я еще ничего не сделал даже Бобу. Откуда они знают? Ну. Да и блин. Он все равно уже сидит, два чует какой день. Может, он и не нужна ему эта лопата вообще? Боб, я верну, честно. Сейчас хоть посмотрим, что там в тайнике. Опа. Группа серебряных гиконов. Но это очень опасно. Меня койоты даже загасили. Собрался материалы для доктора? Э -э нет, еще не собрал. Вот У меня была возможность собрать кровь койотов, но они меня, к сожалению, загасили. Вот. Там надо собрать, по-моему... Сейчас посмотрим свинокрысов, койотов и геконов. Вот сейчас была возможность в теории собрать кровь геконов. Я, ну, я не вывез бы это стопудово. Была возможность собрать кровь койотов. Я не вывез уже на практике сто процентов. Вот. А свинокрысов я собрал кровь. Но это, опять же, это, я говорю, дело времени. То есть найти таких, как видно, не проблема. они даже в рандомных встречах появляются. Так, вот это находка. О, слушайте, а неплохо. Ну, да, весьма, весьма, весьма. Я бы не сказал то, что это называется драгоценности, как эта женщина, девушка, вернее, сказала. Собака завидует гусю и хочет в чат. Это собака, речь про которую, которая меня это загасила. Там их даже несколько было. Блин, ну тогда можно понять их агрессию. Если все так рвутся. Чат. Так, а я вообще не знаю. Надо мне в этот Black рок то обратно переться. А, ну так-то да, надо. Все, смотрите, при вас. Вы свидетели. Под покровом ночи прокрадываюсь к Бобу. И возвращаю лопату. А, это, кстати, что такое? А, оружейные детали. Все. Все. Ничего, успокойся. Все вернул. Надо идти, наверное, в новое поселение. Потому что пока среди этих двух ничего сделать не могу. Ну, вернее, как? Я могу прогнать нахер просто этих э -э беженцев. Так, ну это мы все проходили. Это мы все спрашивали. Вам придется уйти. Мы понимаем, сэр, но нам некуда идти. И мы не можем вновь преодолеть столько миль в пустыне. Так что мы не уйдем. Вашему хозяину невыгодно терять рабочую силу. Значит, он примет вас обратно. А это еда и крыша над головой. Ведь вы этого хотите. Я об этом не думал. Ха, нам все равно лучше не... Э, нам все равно не отделаться от рабского клейма. А мистер Луча, она может простить и вернуть загон. Обращается к своему товарищу. А ты как, согласен? Товарищ обреченно кивает головой. Что ж, если в этом поселении от нас все отвернулись, то и в других не будет. Будет не лучше. Видимо, вернуться домой. Это лучший вариант. Что ж, тогда отправимся прямо сейчас, никого не задерживая. Все, покеда. Заметьте, кстати, заметьте. Казалось бы, да? Прям как в жизни. Угар с лопатой я так же делал. Ну вот. Вот. То есть я говорю, все по чесноку. Взяли, попользовались, вернули. То есть Боб, чтобы остался не в обиде. Заметьте, насчет этого квеста. <как> мне не сняли карму, то есть казалось бы, это негативный э -э момент, то что я их прогнал, так и так, ну, что вот они столько шли туда-сюда, но карму мне не сняли по итогу, то есть как бы э -э даже даже игра подразумевает то, что все-таки не так все просто здесь, вот секунду это вообще хлеб бобы если бы боб остался без лопаты то ему могилы нечем было копать да да я и говорю то есть я когда первый раз э, увидел то что у него лежит лопата лопата это в целом вещь очень полезная особенно в фалауте да э, но я понимаю то что блин боб нормальный парень но он работяга ну что ему делать без лопаты блин Поэтому никаких вопросов к Бубу и, ну, надеюсь, без негатива. То есть он, он, я думаю, он поймет меня, вот, если узнает. Так, еще момент. Во-первых, на, надо поговорить, сказать то, что я разделся с беженцами. Наверное, лучше поговорить с этим, вот с этим человеком. Мы это уже обсуждали. Им здесь не место и точка. Тогда твои опасения напрасны. Рабы уже изгнаны из поселения. Похвально. За такие новости и заплатить не жалко. Отсчитывает наличность, но на середине останавливается. Хотя, если подумать, откуда мне знать, что они не вернутся? Впрочем, чтобы у тебя не было на уме... А, чтобы у тебя не осталось на обиды, вот тебе 50 баксов за старание. Лишь бы не видеть этих рабов больше. А то мое старое сердце этого не выдержит. Ну, найс. Nice. А -а -а. Понятно. Отставлять их опасно, они могут навлечь на общину работорговцев, поэтому я их прогнал. Если подумать, работорговцы могут прочуть след бежавших рабов и добраться до Блэк и уж тогда нам не поздоровится. Хоть мы и в состоянии за себя поставить. Так что без рабов будет спокойнее. Я особенно рад, что решение было мирным. Окей, ты разобрался в ситуации, а это очень ценно. Возьми сэндвич, подкрепись после всей этой пробежки. Спасибо. Дал похавать. Появилось немного денег у него в наличии. А, ну они у него, по-моему, и так были. Сколько? Так. А это что за патроны, кстати? 9 миллиметров. А пистолет 10 миллиметров. Понял. Ну, нечего особо у него купить. Сделаем вот так вот. Вот. Получается, затрейдились. Так, сейчас, секундочку. Что делать? Я думаю, надо в новое поселение переться. Можно с другой стороны по-быстрому склонить на нашу сторону типов в чтобы они отправились к убежищу. Что ж я все ночью прихожу-то, а? Ну-ка, давайте это посветлее, посветлее надо. Во, другое дело. Так, сыванемся. Неизвестно, что нам чел скажет. Эй, чужак, постой. Это не ты ли бродил? Что-то что я поймал такой ступор, как будто меня прямо в реале поймали за, за тем, что я как называется? У кого-то что-то стырил. Эй, чужак, постой. Это не ты ли бродил рядом с моим домом? Нет? Смотри у меня, не попади за какой-нибудь пакостью. Мы здесь проблемы с людьми быстро решаем. Я ясно выразился? Конечно, как скажете. Я представляю общину убежища в 8. Мы хотим предложить вам переселение. Убежище, говоришь? Долгое время думает, после чего отвечает нерешительно. Если это правда то не мне принимать такое решение. Пусть отвечают члены общины. Говори с ними, но я лично никуда не уйду без насиженного места. Тогда пойду к народу. Сельчанин. Ну вот, это как раз э, то, о чем мы там с типами говорили. Но я тогда не готов, сам был к такому диалогу. Я думал, вот говорю. То есть мы просто заде, зададим им ради интереса вопрос, то, что типа хотите? Ну, конечно, хотите. Я тоже хочу. Хотеть не вредно. Ну, вот все, давайте, пакета. И все. Вот. Эм, так, ну, хотели бы вы переселиться в более надежное поселение? Убежище говорите, мистер. И где же оно? Очень пристально вглядывается в вас. На севере. Несколько дней пути. Вы наблюдаете, как остальные сельчане подходят к вам. И что? Мы можем просто прийти заселиться? А в чем подвох? В том, что если вы согласитесь, то не сможете вернуться назад. Сельчане оглядываются друг на друга. Почему мы должны вам верить? Я решил проблему с насосом. В нашем убежище полно и других технологий. Эй, мужики! А ведь скиталец дело говорит. Сельчане одобрительно кивают головой. «Думаю, мы могли бы попробовать. Ты доказал, что тебе можно верить». «Отлично. Когда выдвигаемся?» «К нам придет... А, к вам придет наша официальная делегация. Подождите, пока я вернусь в убежище и отчитаюсь». «Будем с нетерпением ждать. Смотри у меня, не вздумай нас надуть. Мы еще можем держать в руках вилы и винтовки». «Конечно». папа кнопочку нажал короче крип зайдешь в дс не понимаю о чем говорит этот этот человек так со мной до сих пор не хотят здесь разговаривать да ну короче надо Берется. Следующее поселение уже. Тут нам пока ловить нечего. Но я не хочу, чтобы они пока уходили, потому что блин, а что эта кнопка делает? Я думал, она позволяет мне с карты выйти. Короче, я пока грузанусь, чтобы, так сказать, не уходить на полусловие. Обещать им какое-нибудь переселение и типа сматываться отсюда на несколько лет. Э -э... Пойдем в лавлок. Я, правда, вообще не знаю, что это такое. Ну, пойдем узнаем. Стадо диких браменов. Ого. Пойдем дальше. Вот я говорю, нам бы какой-нибудь э -э, брони, 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 брони. Maybe пушечку, но пушечка это не главное. Нужна броня. Я вот теперь прямо... а все, я вспомнил. Нам же говорили про этих, про Короче, Лавлак это поселение, так сказать, ну как бы так правильно сказать, да, скажем так, ранних видов общественного строя таких, где условных фермеров не так много, да. В том числе используется еще активно собирательство, вот охота. Вот да, есть охотники и собиратели. А дальше вот я не помню, как, как правильно сказать, не землевладельцы, а вот как. Ну в общем, я думаю, вы меня поняли. То есть люди, которые уже сами что-то производят, они только берут дары природы. Тут еще такой переходный этап между этими двумя. Вот. Стой, бледнолицый. Я Маказит медвежья лапа, страж племени, буду следить за тобой. Делай свое дело и уходи. А... Почему ты так недоверчив ко мне? Чужаки, вы не меняетесь. А кто здесь главный? Наш вождь Агима Черное Облако. Ты найдешь его в палатке за большим чаном с водой. Не волнуйся, я не создам вам проблем. Рад слышать это бледной лицей. Сурово. А, он теперь будет... Он теперь за мной бегает, видимо. Да. охотники и выращивают овощи, короче, типичные русы. Ну, насчет э, африканского и типичные русы, так сказать, тут, тут, тут я осуждаю, тут э, будем без, без каких-то сравнительных э, характеристик, скажем так, то ну, что просто, ну, собиратели с примесью небольшого земледелия. Вот. Будем, будем э, рассуждать, так сказать, в вакууме. В вакууме. Вот. Чё, все, не отвяжешься от меня, будешь со мной бегать? Ладно. А ты чё? Кто зачел? Якек Ястреб. Моя не болтать. Ну, блин, что поделать, ладно. А вон у них есть такой чан прямо интересно, разукрашенный сверху каким-то щитом, да, крышку переделали под. Формат какого-то, то ли щита, то ли чего, не знаю. Интересно. Толбы с тычками, ястребами. Интересно, интересно. Так, сейванусь. Приветствую, скиталец. Для чего твой путь пересекся с нашим? Почему маказит преследует меня? Играя со змеей, не подпускай ее слишком близко. Мы должны быть осторожны. Ну, иными словами, вы не доверяете чужакам, да? Многие чужаки из внешнего мира приходят к стойбищу с красивыми словами, но грязными помыслами. Маказит медвежья лапа следит за всеми пришлыми. Не позволяет им творить зло в нашем племени. А, слушайте, ну. Я на самом деле да, не против оставить после себя положительное впечатления. Может, нужна какая-то помощь? Мы ни в ком не нуждаемся, скиталец, но если вы ищете способ э, заработать на пропитание и ночлег, то такая работа есть. М -м -м, ну, давай буду рад помочь. Поедатель душ уронил свое семя на наши поля, где выросли растения, чья пища живая плоть. Они не, да... Они не дают женщинам собирать урожай. Но и жертвовать мужчинами племени я не хочу. Очисти плантации, и мы подумаем, как тебя вознаградить. Ну, вот, я сделаю, если заплатите. Что ж, это справедливо. 300 монет. Вот все деньги, которые мы можем выплатить. Вы согласны? Да? Очень хорошо. Плантации на Западе. Будем ждать хороших вестей скиталец. Все уже иду а вот кстати интересно да э... вот за мной бегает вот этот чел вот у него вот... выглядит да такое весьма мускулистый крепкий парень с крепким телосложением он с копьем он не поможет кого-нибудь зарубить или он только по жилой территории гораздо бегать вот. интересно так Наверное, сюда меня не пустят. Пустят. А вот так. Опа. А -а -а, не разрешает. Ну ладно. А вот так. О, разрешает. Ха -ха. Так. В чем твоя нужда, белый человек? Ну, такие, такие прозвища на всякий случай я тоже осуждаю. Мне не очень нравится, да, так на, чтобы напрямую в лоб говорили про цвет кожи. Мы все-таки живем в политкорректном обществе. В чем твоя нужда? Просто человек. Все мы люди. И это главное, правильно? Вот. Что случилось с тем мальчиком? Бедняка попал под обвал и повредил все обе ноги. Кости раздроблены, мышцы превратились в единое месиво. Большая беда для всех нас. Ноги постоянно болят и горят жаром, вот уже три месяца подряд. Увы, даже сила матери неба не способна творить чудеса. Еще немного, и парень обречен. Я стараюсь поддерживать его все это время. Если вашей э, какой-то матери недостаточно, может попробуй мои средства, более цивилизованные. В этой ситуации у меня просто руки опускаются. Поговорите с Агимой. А Пусть такое решение останется на его сердце. Мое уже переполнено горем. Я поговорю, но сперва другой вопрос. А -а -а ваша медицина действительно лечит? Вы серьезно? Повелитель жизни даровал нам землю и воду. Все, что нужно для жизни. Быть в гармонии с окружающим миром. Ну и как успехи? Тяжело лечить, когда под руками только ножи и ложки? Вам чего-то не хватает? Без моего походного рюкзака собирать травы и делать снадобья стало трудно. Ведь все мои принадлежности остались там. А что с ним стало? Один из этих проклятых рейдеров отобрал его. Когда я собирал корешки вдали от стойбища. Теперь мне никогда не вернуть его. Может, я поищу его для вас? Опасен путь к рейдерам, если вы не рейдер. Не беспокойтесь, я это сделаю. Однако, если вы надеетесь на выгоду, то едва ли я смогу отплатить вам чем-либо за старание. Да ладно, давай помогу. Что ж, буду очень благодарен. А где именно искать того рейдера? Логово рейдеров на севере того, что забрал мой рюкзак, кличет форсажником. Ого. Интересно, интересное весьма прозвище, да. А, ок. Но у меня остались еще вопросы. А, это я понимаю. Ну, насчет, да, насчет медицины. Я видел, там была еще одна реплика. Это я понимаю, но ведь одной травы и чистой воды недостаточно для лечения многих заболеваний и ран. Вам, жителям городов, это покажется странным, но до сих пор только так мы могли лечить свое племя. Чем вы лечитесь? Мы используем целебные коренья, травы, грибы и мышиные фекалии. Неплохо, неплохо. Что за коренья? Корень ксандор и другие пустынные растения, что можно пить с водой, втирать в кожу или курить. В чем заключается их действие? А, горький на вкус, но чудотворный порошок изгоняет тех мелких злых духов, что грызут тело изнутри. А, то есть в корнях содержится противомикробный дезинфицирующий компонент. Окей. А какие еще средства вы называли? Так. Я у него про корень спросил, да? Да, 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 да. А какие травы вы используете? Цветок брока и другие пустынные растения. А в чем их действие заключается? Пряный на вкус, но чудотворный отвар выпускает из тела знойный жар. То есть в цветках содержится противовоспалительный компонент. Ну окей. Грибы. Грибы, что прячутся от глаз непосвященного в темных местах пустоши. В чем заключается их действие? Грибы, что светятся в темноте, указывают больному путь к жизни. То есть в грибах содержится галлюциноген, вызывающий смену настроения и блокировку болевых очков мозга. Ну, то есть обезболивающее, да. Вот о фекалиях, да, самое интересное. Мышиный помет, что вобрался самое ценное из пустошей. Такие продолговатые крупинки. Могу показать, в чем их действие заключается. Не каждый помет наделен целебной силой. Только те мыши, что жили в пещерах и не выходили во внешний мир, дают нам кисло-сладкое исцеление ран. То есть в помете множество полезных минералов, способных ускоренному, способствующих ускоренному метаболизму. То есть это, короче, эти витаминки. Это у них такие витаминки. Нихера себе. Неплохо, неплохо. Как все это может помочь в лечении? Только те, кого Небесная Мать наделила даром знахаря, могут собрать все части снадобья в одно целебное лекарство. Иные обречены на отраву. Вот, кстати, кстати, этот чел, скорее всего, поможет противоядие сделать, если что. Видимо, он шарит. Надо найти только этот послен. Так, как вы лечитесь? Таинство лечения происходит по-разному. Некоторым хватит проглотить порошок из травы и кореньев. За жизнь э, иных приходится бороться, используя все, чем только богат низкий гван. Дымокуры, заклинания, снадобья из корешков, отвары из трав, чистая вода и магическое движение рук. Понятно. У ваших средств есть побочные эффекты? А злые духи, что грызут плоть, не хотят покидать ее, и поэтому таинство лечения не проходит без боли и криков. Но проходит время, и духи покидают больного. Понятно. Какое здоровье у ваших соплеменников? Как здоровье вообще, да, ребят? Все наше племя переживает. Все наше племя переживет любого из жителей пустоши. Ну, кстати, без шуток, скорее всего, так и есть, потому что у них, видите, такое... Натуральное лечение, натуральный образ жизни, то есть они такие экологическими средствами пользуются. Поэтому ребята шарят. Казалось бы, да, то, что у них какой-то примитивный строй. Но, возможно, в плане лечения они прямо это. Ребята прошаренные, так сказать. Пьют свои БАДы в виде мышиных какашек и не жалуют никакого горя вообще. Вот. Почему вы не используете традиционные довоенные препараты? Люди забыли все то, что нам завещала Небесная Мать. Знахари, что делали с до судного дня, лишь создавали видимость, видимость лечения. Но на место злых духов поселялись другие, и на одну болезнь находилась новая. Это не совсем так, были разные подходы в создании медикаментов. Вам следовало бы разобраться в том, что может быть полезно. Чужая медицина никогда не приносила нам пользу. Не следует оговаривать, но в меня поверить. Да, будь я большим знатком фармацевтики, я бы объяснил. Ну, опять же, знания в медицине у нас около нулевые. Реально, прямо. тут. Скорее, скорее всего, я первый пойду есть машины какашки в случае чего, поэтому Так, если попросить медикаменты. Наши запасы скудны, мы не можем делиться ими. Но если скиталис принесет нужные травы, то получит из них лекарства. Что нужно для целебного порошка? Корень Ксандр, цветок Брока и 25 монет. Вот что нужно. Другой вопрос. Для противоядия. Хвост раскорпиона и 50 монет. Сто... вот изготовить настройку настройку настойку от заразы. кровочист нужен корень Ксандер, цветок брока две горсти ягод паслена и 250 монет Нихера себе. ладно понятно интересный интересный мужик такой доктор Ладно, не буду. Маконс. Бедняга лежит в бессознательном состоянии. Его кровавые распухшие ноги обвязаны тканью и целебной зеленью, а рядом дымится дурман трава. Без операции он долго не протянет. Ну, оставить в покое. Так, мне интересно. Если я сделал вот так Что, 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 что А Хитрый, хитрый Я хотел по-быстрому закрыть палатку от него И чтобы пока он это, стоял на улице Я посмотрел, что тут лежит Интересно Здравствуйте Здравствуйте Ну тут никого особо нет Здравствуйте. Никого, никого. Так, какая-то женщина стоит на кухне. Повариха о О, твоя хотеть со мной говорить? А вы можете мне немного рассказать о племени? Лады, я отвечать на твой вопрос. Ну, расскажи о племени. Мы семья, мы хорошо ладить. Охотники находить еда. Я готовить еда. Другие растить урожай. Дети помогать во всем. Низкий гван он лечить. А Вани Гижик он, он для души. А Гима он за всех. Он главный. Похоже, Агима персона важная. Расскажи о нем. Черное облако он за всех. Он говорит с чужаками. Он решает важные вопросы. Самый важный вопрос. Он усмирять плохих людей. Слушай, как интересно, плохие люди, а это кто? О, качает головой. Плохи, это плохие люди. Они жить в плохом городе недалеко отсюда. Они приходить ночью и забирать наша еда. Они насиловать жен. Они бить наших муж. Они очень-очень плохо делать с нами. А защитников у вас нет? Чем охотники занимаются? Охотник. Он добывает сырое мясо, он искать полезных зверей, затем делать бум по их голова и приносить мне. Я делать из мяса еда. Еда нужна всем. Еда — это здоровое тело. Охотник приходить к нам на обед, а потом сразу уходить обратно в пустоши, чтобы добывать зверь. Слушай, а насчет еды могу я что-нибудь купить у вас или обменять дорогу? Если твоя хочет еда, давай менять. Давай. Кстати, послен. Сколько стоит? По-моему, мне одна горсть нужна. 46. Ну, кстати, не так много. Нам же одна горсть вроде нужна. Даже если две, то это типа, ну, в пределах сотки. Плюс 300... Ой, плюс 250 на само создание. Короче, порядка 300-350 монет будет стоить создать противоядие. Ну... Для нынешней моей ситуации, конечно, немного накладно. С другой стороны, можно что-нибудь забартерить. Например... Сейчас, подожди. Я могу в целом бартер проводить с этим мужиком? Нет. Ну ладно. Подумаем потом, что с этим делать. Может, сам смогу вообще сварить. Хотя сомневаюсь, конечно. Иди ко мне, баба. Ну ладно, нет-нет, это, это некрасиво. А... Так, все мы спросили. Просто любопытно, чем вы занимаетесь? Улыбается беззубым ртом. О, я готовить еда для наш племя. Всем хорошо. Моя еда свежая и вкусная. Люди любят моя еда. А... О, да. Я вижу, как они уплетывают сюда одну до последней крошки. А вы могли бы сделать мне немного еды в дорогу? Если твоя хочет еда, давай менять. Короче, не получается у меня выпросить немного еды. Но не буду какие-то форсированные реплики говорить. Все-таки некрасиво, некрасиво. Пусть все готовят охотник. Приветствую, скиталец. Хоть ты не нашего племени, но все мы братья под сенью ночи. Не сбил ли тебя сверной тропы слепящий свет золотой монеты, что пересекает небосвод? Ну, привет, брат. А ты вообще кто? Я зовусь. а Акабидав Высокий Бизон. Я скромный служитель того, кто приходит с ночными тенями. Того, кто... Кого? ты случайно не один из тех, кто общается с призраком любимого дедушки? Ты говоришь о духах? О нет, я не столько мудр, чтобы пересека... нарекаться шаманом. Я всего лишь скромно следую по той тропе теней, что указал мой бог своей милости. Этот путь не из легких, но еще тяжелее идти по нему в одиночестве. Тихая река, верный побратим. Тихая река — это кто? Еще один небожитель местный. Тихая река — мой брат, пусть не по крови, но по духу. Только мы вдвоем следуем тропой теней, чтя заветы нашего Бога. Мы — грани разящего клинка, полуночного соглядатая. Я хорош с любым оружием, что дарует тихую и быструю смерть. Но не было в нашем племени лучшего разведчика, чем тихая река, что следует сквозь ночь, словно бестелесный дух. И вот он пропал в бескрайней пустоши. Пропал? Как это случилось? Мой собрат ушел в пустошь. С тех пор его видели лишь путники из каравана, что проходили мимо с товаром. Они поведали, что одного из нас насильно вели в земную обитель поедателя душ. Вы зовете ее Нью-Ирина. Я хотел было отправиться на поиски, но вождь запретил, ибо в наше, племя потерять, в наше время потерять еще одного члена племени будет непосильной утратой. Давай поищу какую-нибудь зацепку, если буду там. Благодарю тебя, скиталец. Да прибудет с тобой сила, того, кто приходит с ночными тенями. Я поищу, но только на другие вопросы ответь. М -м -м. Как насчет пары слов о себе? Так, это понятно, понятно. Да, вот, поныне мы следуем его тропой. Ночь наша хранительница, тени наши соратники. Наше оружие смертоносно, наша поступ легка. Не слышно. Видимо, вы мастера выживания в пустошах. Не поделишься парой секретов. По-братски, так сказать. Наше знание тайна для чужаков, но для того, кто поможет ему верный служитель полуночного соглядатая может и сделать исключение. Например, если тихая река вернется в свое той стойбище. Понятно, ты мне, я тебе. А туда же все люди-братья. Можешь рассказать о племени? «Что бы ты хотел узнать? Тени везде, и им многое ведомо. Хотя и не все они могут поведать чужаку». «Ну, расскажи о вожде». «Агима Черное Облако — мудрый вождь, что ведет наше племя сквозь все трудности с упорством Старого Бизона. И хоть он запретил нам препятствовать этим рейдерам, что терзают наш народ, я понимаю его коварный план. На случай ранения или болезни лекарь имеется, ну, уже на всякий случай». Небесная мать щедро одарила низкий гвана своей мудростью. Он способен вернуть дух человека в тело, чуть ли не с полей великой охоты. Но даже он иногда бывает не всесилен. Бедняк Амаканс. Пару слов о местном шамане, пожалуйста. Не хочу оскорблять Ава... Я не могу. Аваники... Аванигижига. Аванигижига. Жесть чей дух, пробужденный благими зельями, парит по ночам вместе с северными ветрами. Но он слеп в своем неприятии нашего бога. Он даже смеет утверждать, что наш бог не более чем одно воплощение поедателя душ. Мы не хотим ссор внутри племени, поэтому просто делаем вид, что не замечаем друг друга. Жесть. А... Ну, насчет опытных охотников и так далее я вроде спрашивал. Наш Гекек одинаково силен и телом, и духом. Из него вышел хороший последователь того, кто приходит с ночными тенями. Но он достижение целей приемлет только прямой, как древко его копья путь. Наш пастух тоже был в свое время славным воином. Но после раны, нанесенной огненной палкой, предпочитает проводить время на наших пастбищах, избегая общества соплеменников. И лишь Маказит медвежья лапа может называться главным воином племени. Так. А что можешь рассказать о местных рейдерах? Да, рейдеры. Дети самого поедателя душ. Много бедной терпелось наше племя от них. И предстоит нам вынести еще больше. А... Ответные трудности им устроить не вариант. Я мог бы. Нас меньше, но полуночный соглядатый знает немало обходных путей, ведущих воина к победе. И ценит прошедшие ими... Ой-ой-ой, стой. И ценит прошедшие ими даже больше, чем тех, кто бездумно нападает в открытую на врага. Но без своего собрата Тихой реки я не смогу спокойно пройти тропой теней и совершить возмездие. Ну, без помощников порой тяжело. Вот ты, например, поможешь ответами на пару вопросов? Да, вот это хороший переход. А... Ну, это ладно. Я думаю, тут. Да. Ну, в принципе, все. Больше я ничего от него не узнаю. Моя просто жена. И не говорит. Хау, бледное лице. Так, ну, ладно. А, тебя ведь не просто так называли медвежьей лапой. Давайте. О, -о, -о. это, это мы посмотрим, это мы посмотрим и без оружия мне нравятся. Еще бы опять же была броня нормальная. Что ты знаешь о рейдерах? Злые люди, сыны поедателя душ. Это все, что имеет смысл говорить о них. Если вы их ненавидите, почему не избавиться от них? Слабый, но хитрый народ знает лучше. Сыны поедателя душ не только обуза, но и оберег а других сынов поедателя. На место каждого из них встанет другой, и тогда все начнется сначала. Ну, в принципе, да, можно, можно понять. Так, спросим о племени. Племя пришло на эти земли издалека в прошлом. Уже много лун с тех пор прошло. Теперь это наш дом. Агима следит за ним. Охотники добывают пищу, женщины работают на полях, а стражи охраняют их от злых детей поедателя душ. Агима. Он здорово умный. Его оберегают духи огня и воды. Он нашел это место для стойбища. Он нашел общий язык со злыми людьми. Он стар и мудр. Тебе к нему надо говорить. Он все расскажет. Злые дети. Злые люди. Сыны поедателя душ. Это все, что имеет смысл говорить о них. Охотники. Ловцы зверей. Те, кто приносят свежее мясо к обеду. А ты тоже охотился? О, ты говоришь о прошлом. Маказит не был охотником, но был следопытом, пока совет старейший не решил иначе. Твои навыки еще не забыты? Ты мог бы научить меня? Нет на лицей. Племя не одобряет помощь чужакам, пока не ты, ты не проявишь свою преданность нашему народу. Не будет тебе никакой помощи от нас. Ну, понятно. Это Маказит. А, это чел, который за нами бегает. Я думал, он тут стоял, все. Тоже, что ли, поиграть не ваду, я как раз выспался. Но у меня другая тактика взять первые и качнуть азартные игры и ехать в казино. Ну, как вариант, как вариант, почему бы и нет. Тут видишь, как бы прелесть старых фаллаутов в том, что в том-то и дело. Можно делать что угодно. Можно там вон катнуть сразу, да. В Ньюрина. Почему бы и нет? Я просто в целом, видишь, люблю так, поэтапно, поэтапно, потихонечку, потихонечку выполнять квесты, ходить от поселения к поселению. То есть не спеша, не а спеша. Вот. Маис. А это кто? Стой, 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 стой. Просто женщина, понятно. А подожди, Маис это, наверное, да, это вот эти злаки. А это кто это? Ребенок какой-то? Дитя. Съешьте тех плохих людей и станете Виндиго. Нифига себе. А ты хороший, а ты плохой. Ну, блин. Да, ты все равно многое пропустишь. Ну, видишь, да, Жизнь, она не идеальна, в любом случае. Э, ну и реиграбельность никуда себя не девала. Но я говорю то, что в целом, ну, не люблю спешить, поэтому потихонечку. Вот. А так, конечно, так я, я понимаю то, что 100% контента из э, старого Fallout а я, ну, не высосу за одно прохождение. Это понятное дело. Так, а вот это тот самый «Шаман» у которого я никак имя не могу выговорить. наша скромная стойбища открыто для вас, скиталец, до тех пор, пока мы можем договориться. Мне бы хотелось вас кое-чем спросить. Шш! Не время для разговоров, скиталец. Я еще не закончил дневной обряд. Ну, не хотите, как хотите. Все, вроде тут особо не с кем говорить. Меня попросили сгонять на поля. Помочь. А, не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Сначала я хочу зафайтиться с этим типом. А, нет, бледнолицей. Для незнакомца это слишком необдуманный выход. Я не знаю тебя, ты не знаешь меня. Ладно, я не буду его байтить. Потом потеремся. Успеем. Ого. Ступень от ракета-носителя. Тут, видимо, из-за каких-то этих Интересно, это, это из-за ракеты поселились вот эти ядовитые растения? Или в целом на полях растения растут только благодаря тому, что там какое-то ядерное топливо питает? Так, ладно. Надо бы с ними зафатиться. Вон вижу какого-то челика, кстати. Можешь с ним поговорить? Пастух. Хау. Привет. А ты кто такой и что тут делаешь? Моя пастух, моя живет в поле, в широком поле. Моя сидит по, э, ходит по полю и скот перегоняет. Как тот, кто следит, сидит высоко, гоняет облака по небесам. Вот. А... Так ты пастух? Наверное, ты много бродил по пустошам. Может, ты находил что-нибудь интересное? Я бы мог махнуться с тобой. Жаль, стеклянных бус нет. Найдется барахлишка, найдется, да. Давай. Ух ты. А, ну он испорченный. Лазерный пистолет. Тостер. Интересный, конечно. Инвентарь у челика, будем откровенны. А, Но ну, я думаю, особо ничего не надо. Так. Ладно. Неважно. О, одолжи мне копье. Ну-ка. Не, твоя хитрая. Твоя заберет копье и убежит. А моя останется в дураках. Слушай, реально очень нужна. Тагима просил выполоть хищные растения. Твоя полоть растения без копья? Нравоучительно цокает языком и качает головой. Глупо! Должишь? Нет, а чужаки плохо говорят в племени. Моя не желает ладить. Ладно. А че у меня. Карма плохая. Скиталец. И что это значит, скиталец это, ну, нейтральная, наверное. Камера, это э, Карма. Да не ладно, похрену. Еще... Стой, как стоишь, короче. Сейчас, может, найдем себе копье новое. Ну, это кол обычный. Ну ладно, тоже сойдет. Это за то, что делиться не хочешь. Все, пойдем. Так, ну что, вступаем в файт. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре. А, ну можно... Вот. А раз, два... А, пять. Может, даже больше? Просто я не вижу. Короче, немало их на самом деле. А они еще и плюются, насколько я помню. Если это те же, что там во втором Fallout. Ой... А, сейчас придумаем. А. Можно сходить, тестово завалить. Который дальше от всех стоит. Вот этого. Неплохо. щупальца. Не. Минус 15. Удар ломает. Ай-яй-яй, отравление. Ну-ка давай в основу, в базу, так сказать. Не, давайте в рот. Не попал. Удар почти вырывает его из земли. Неплохо. Надо добивать. Не. Отличный получится салат за победу вы получаете очки опыта и уровень. Отлично. Так, можно взять перк. Перков много. Быстрая реакция. У вас больше шансов опередить противника во время боя. Реакция на 2. Быстрый доступ. Доступ к снаряжению стоит всего 2 очка вместо 4. Варюга. В ваших венах течет воровская кровь. 10% к навыкам скрытный злом кражи диверсия. Ну, это уже интересно. Говорун. Вы научились вести содержательный диалог, не понимая, о чем идет речь. Каждый уровень этой способности будет повышать ваш интеллект на 1 до 10, но только в диалогах. Ага. Благодаря этой способности вы немедленно... Так, это понятно. Кошечий глаз позволяет вам лучше ориентироваться в пространстве с малым освещением. Данная способность сокращает темноту вокруг на 20%. Но это вообще жопа какая-то. Я не знаю, кто это будет брать. Наблюдательность дает возможность получать подробную информацию о любом существе, на которое вы смотрите. Вы определите... Вот это, кстати, полезная штука. Я часто беру. На самом деле, ну, как сказать, она не то, что полезная, она скорее... Психологически полезная. То есть, например, ты файтишься с типом, ты знаешь точно, сколько у него ХП. Если ты этот файт проиграешь, то ты будешь ныть. То, что там у Челика осталось 1 хп, 2 хп и так далее. Вот. Так, осторожность. За городом вы всегда готовы к бою, и у врагов меньше шансов напасть на вас неожиданно, плюс три к вашему восприятию при случайных встречах. Но не считаю особой ценной. Способностью, патронщик. Точный инженерный расчет и ловкость рук позволяют вам изготавливать двое больше патронов понимание. При чтении вы уделяете больше внимания деталям. Вы получаете на 50% больше очков навыков при чтении книг. Прилежный ученик. Каждый уровень этой способности и правда делает вас прилежным учеником. Добавляю вам бонус 5% каждый раз при получении опыта. Ну, кстати... Может реально взять... Типа на первых уровнях это же Вполне полезная тема. Тут, короче, можно будет взять перк подсказки. Будешь видеть, какие навыки тебе нужны. Вот это, кстати, не знал. Вот, вот это прикольная штука. Потому что, а, ну, как сказать, тоже вот перк на уровне вот этого, наблюдательность, да. То есть, по факту, если стоит комп то ты, в принципе, понимаешь, что, что тебе, скорее всего, нужна наука, чтобы его взломать. Если стоит дверь, ты понимаешь, что, что тебе, скорее всего, нужен взлом, чтобы ее открыть и так далее. Вот. Но глобально штука прикольная, на самом деле, реально. Вот. Так что, если будет, возможно, и возьму. Короче, возьму прилежного ученика. Думаю, не прогадаю особо. И что качать? Я хочу... Может, сразу вот так сделать? Реально вот. Добить красноречие. И остаток во взлом. Вот так вот. Хочу, короче, соточку без оружия сразу. Чтобы ходить... Э -э делать вертушки мощные. Вот. Я считаю достойно. Достойно. Так, отравление. Что отравление делает? Ваш персонаж отравлен. Яд будет еще какое-то время наносить вред, пока вас не вылечат. Или пока яд не выйдет из вашего организма. А, он сам может выйти? Слушайте, а это интересно. Значит, я могу переждать просто. Так, кстати... Так, ладно, стоп. Тут сохраню. Значит, я могу... Как это называется? Дать организму перебороть. Там, не пичкать себя антибиотиками всякими и так далее. Так, ну-ка давай. На. 12, неплохо. На. Слушайте, а я на самом деле очень неплохо справляюсь с этими растениями. Я помню, во втором фалауте мне гораздо тяжелее было там в начале игры. Реально. Давайте в базу ему дадим. На. Дар почти вырывает его из земли. Хорошо. При смерти отлично. Но еще не умер. Давайте простыми тычками добьем. Все, чтобы наверняка. Ай-яй-яй-яй. Ну вот и случилось то, чего я боялся. На меня нагрелись остальные растения. Минус 11. Хорошо. Но они, благо, дамажат не так много. 24. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут главное не забыть выпалывать только тех, кто с зубами. Это правда. Это правда. На. 11. Ну, неплохо. Так, давай, строго. В базу. На. Пять. Ну, видимо, основа, да. Основа это... Не, не такая критическая точка для него. Это просто, скорее всего... Опять же, центр его стебель. А вот в рот ему. А, вон, в центральный... Нет, центральный стебель это и есть. А основа... А, нет, основа это, кстати, да. Это этот... Пах, видимо, скажем так, аналог. Давайте в щупальце все-таки. Все. Минус 15. Хорошо. Одним нахлебником меньше. Отлично. На. Слушайте, прямо прокачал без оружия до сотки. Прям вообще хорошо идет. Прямо вертушки только так, только так вешают. Смотрите, вообще красота. Они дамажат, конечно, не так много, но... В целом весьма. Все. Черт возьми, это было нудно, но я это сделал. Да-да-да. Так, тут эти, скорее всего, шипы остались от растений. Но, наверное, их особо нет смысла подбирать. Это будет лютый просто пиксель хантинг. А вот э -э, цветочки, которые тут растут, можно собрать. Это вещь полезная. Так, что? Могу я переждать? Там же есть до выздоровления, по-моему, да? Долго-долго я лечусь. Долго, весьма долго. Короче, что-то я не посмотрел, когда я начал, но мне кажется, с неделю я, наверное, э -э ждал. Ну что поделать, зато зато организм сам вывел яд. Вот. Мне интересно, как сюда пройти. Нужно что-то с этим мостом сделать. Рычаг. Что-то подсказывает вам, что для рычага... Что рычаг когда-то использовался не для антуража. Этот рычаг ни с чем не связан. Но если связан, значит, нужна какая-то веревка, чтобы связать его с этим. Ну, вон с этой штукой, короче, сверху, которая. Чё, видал, как я их развалил? А, ладно. Я думал, он хоть из респекта увидит то, что я это... Размотал тут пятерых этих цветков, стебелей. Так, кто меня просил? Вождь. Я думаю, после того, как я помогу вождю, будет выражен некоторый респект в племени ко мне. Так, кстати, насчет больного мальчика, знахаря. Оставьте. Низкий гван старается, но боюсь напрасно. с медвежонок обречен стать калекой. А... Маккенс еще будет танцевать джигу и бегать за девчонками. Ну, блин, я не могу это обещать, я же не врач. Нет, ладно. Так, ваше племя не отличается интересом к цивилизации, верно? Наши предки жили в гармонии с природой, благодаря этому они выжили после судного дня, воздавая почесть Небесной Матери и Повелителю Жизни. Те же, кто заменяют землю бетоном, а дерево железом, теряют саму духовную нить. Но, с другой стороны, вы по-прежнему пользуетесь остатками старых технологий, ведь так? Лишь там, где мы не смогли сделать иначе. Впрочем, последнее, что осталось, скоро превратится в прах. Что-то не работает. Наш водосборник для орошения совсем проржавел, не иначе, как туда попалась лина самого поедателя душ. А чтобы его починить, нужны детали и знания, которыми мы обделены. Давайте помогу. Помочь нам? Это похвально. Но немногие племя... Немногое племя может предложить скитальцу за такое дело. Ладно, давай. Ты уже пообещал заплатить мне за цветки. Тут, тут уже поработаем на карму. Я слышу слова, вселяющие радость. И многие члены племени были бы вам признательны. Но если это будет тяжело для вас, подумайте. Нет ли среди ваших знакомых мастера по технике? Что ж, желаю успехов на пути, скиталец. Ждите вестей. Так, по поводу работы на плантациях. Что именно? Ну, вот я уничтожил все растения на плантациях. А, ну-ка, ну, можно уточнить, около 10. Нифига себе. Ну, там по факту вроде было 5. Короче, уничтожил. А... Ну что насчет оплаты? Как там с деньгами? Что ж, вы заслужили свою награду. Вот обещанные монеты. Весьма недурно. Покеда. Так. Что теперь можно сделать? Можно попробовать сгонять э, крейдерам, которые сверху на севере. Сайвануться перед этим. Посмотреть, что у них там происходит. вряд ли я смогу, конечно, как-то их там перебить. Еще что-то сделать, но... Anyway. Так, сразу играет, кстати, один из моих любимых треков. Только я не помню, как он называется. Hans of New California, что ли? Прямо... Уж очень мне этот трек нравился во втором фоллауте. По счастливой случайности мина не взорвалась. Охереть, тут что, мина была? Ладно. Сейчас посмотрим. О, ружье. И коктейль молотого, между прочим. А что у меня, кстати, как с вот Стоит вопрос? 31. Ну, так себе. А где мина-то? Ну, походу придется телом сейчас чекать, где мина. А вот, обезвреженная каменная плита. Так, ну чё, не знаю, блин. Возьмем молик. Попробуем разыграть этот клатч. Руки за голову, это Арес. А -а -а. Стоять, замерзни на месте, будешь рыпаться, завалю. Только дотронься и умрешь. Заткнись. Недолго тебе трепаться осталось. Повторяю последний раз. Дернешься, убью. Сэм, заткнись. Р, -р, Р Ха, промахнулся. Так, -а 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 Давай. Рейдер получает ранение и теряет здоровье минус 9. Ну так все, конечно. Ай-яй-яй. 25! Ну, можно, конечно, попробовать дать ему вертуху. Опа! Блин, ну я его не ослепил. Единственный мой шанс на спасение был ослепить его. Ну все. Ну и что это, блин, такое? Я вот думаю. Ну-ка. Минимальная сила 5. А сколько он дамажит? Блин, ну ладно, надо как-то попробовать э, забайтить этого типа. Ладно, может он меня не заметит. Что тут вообще есть? Металлолом. Ну, как-то, конечно, немного обещающее. Блин, ну... Я не вычищу эту базу, скорее всего. Я могу попробовать завалить одного типа ради интереса. Ну-ка, побойтесь его. Иди сюда. Где он? Да ты мразь. А тут я разворачиваюсь и а так его. На. Минус три. Ну, Да я даже купил себе плазменный пистолет и думал пойти качаться, так меня пристрелили и пистолет в задницу запихали, это печально. Да, да, вот мне, мне тоже сейчас по жопе дали, я тоже вот пошел на плантации, да, думаю, о, нифига себе вертушки раздаю, там, вот, вот это да, вот это я сейчас всех буду разваливать просто, один выстрел с дробовика, все, минус все хп, второй добивочный, просто уже чтобы не мучился и все. Поэтому да. Ну-ка, может, кстати, могу подраться с этим типом. Я заслужил какое-нибудь уважение в племени. Так. Ч ⁇ за... Это... Негатив. Может, врина сгонять, реально. Надо на намутить себе какой-нибудь этот шмот. Так, стоп. Надо сделать, наверное, противоядие. Чтобы не париться уже. Это что такое? Костер? Наверное, на нем, кстати, можно варить что-нибудь. Но я сомневаюсь в что... Да. Единственное, что я могу сделать, это шашлык из игуан. Ладно, короче. Что там надо для этого? Две горсти и 250 монет. Ладно, давай. Что ж, все так мало стоит, а? А, ну можно самопал один продать. А хавчик оставить наоборот. Вот так вот даже. Нет, немного не хватает. Ладно, вот так. Блин. А подешевле что-нибудь. Блин. А, у меня же эти есть. Да-да-да-да-да. Все, вот так сойдет. Тебе нужен силовой кастет, это же очевидно. Да понятное дело, что очевидно, но видишь, братва еще пока только рвется к власти. Еще ранова рановато, пока думать о силовом кастете, как бы. Надо обзавестись деньгами, связями, там туда-сюда, пятое, десятое. Но вообще, если без шуток, конечно, я говорю, надо сгонять в Рино, посмотреть, что там есть. Все, сделали настойку от заразы. Можно сгонять в Black Rock. Поехали. Небольшая группа грызунов застрявших на дороге. И какая-то заправка. Что интересно. Гоза, файтимся. Я не против. Реально, why not. Потому что вот, уж с мышами я думаю разберусь. Надо экспу фармить. На, по глазам мыши. Домой. Ай-яй. Давай. Оп, домой. Прикиньте попасть крысе по глазам. Ну там он, скорее всего, вот в любом случае куда-то просто в голову целится, но ну, вот сам факт реально. Вот уже все, уже не попал. И даже обычная тычка не попал. Упа. Домой. Так. Не попал. Что ж такое? Перехвалил. Ну ладно, обычная тычка спасла ситуацию. Можно, в принципе, и по голове. Да ёлы-палы. О, отлично. Пять здоровья, нихера себе. Многовато, многовато. Ну ладно. Тоже неплохо. Так, посмотрим что за заправки. Есть ли какой-нибудь лут интересный? Пеп газ. Кастет! Да ладно. И деньги. Слушайте, кастет это прям весьма, кстати. Не силовой, конечно, но, блин. О, весьма и весьма нужная для меня сейчас штука. Что такое? Стадо диких браминов. Так, сохранюсь тут. Что в пещере? Я вижу, можно... Yeah. Без комментариев. Стадо диких браменов оказалось не, не, не таким, как это как можно было ожидать. Не, не, не таким простым на первый взгляд. Так пойдем отдадим. Сохранимся, во-первых. Отдадим противоядие той. Бедняги. С инфекцией. Держи. Серьезно? Так просто? Хватает средств? Спасибо. Если это поможет мне, я больше никогда не стану заниматься проституцией. Лишь бы помогло. Что, все? Ну что, теперь-то у тебя все будет хорошо после лечения в этом городке, верно? Ну... Будь все так просто, не думаю, что местные ко мне будут менее предвзяты, но, по крайней мере, они не будут больше меня сторониться и посылать куда подальше. Настоящая проблема здесь это отсутствие семьи. Я всегда одна. Ну, ты понимаешь, моя прошлая работа накладывает свой отпечаток на все. Это клеймо не исправишь. Хочешь сказать, в этих краях никто не станет создавать с тобой семью? А кто возьмет меня? Все нормальные мужики BlackRock давно обзавелись семьями. Не знаю, но поискать не поздно. Никогда нельзя терять надежду. Не говорю глупостей. Да ладно, ты еще найдешь своего принца на белом коне. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно, хотя пятна еще не сошли с кожи. Но, по крайней мере, теперь я здорова. И все благодаря тебе. Еще немного о неприятном. Как ты заразилась? Ну, явно от кого-то из моих бывших. А, ну это... Да, это мы читали. Ну все, Пам-парам-пам. Можно доложить о успешном выполнении задания. Мне удалось вылечить ее болезнь. Она больше не заразна. О, это чудесная новость. Благодаря тебе... Постой. Не хотелось бы отпускать тебя с пустыми руками. Вот немного денег. Дает 50 баксов, чтобы хоть немного купить твои затраты на лекарства. И давай кущу выпивкой и едой за счет заведения. Спасибо. Слушай, ну это мне обошлось гораздо дороже. Я не богач, да и место здесь недоходное. Дал то, что смог, извини. Ладно. <ражда repetition> а -а -а -а... Есть еще задание. Тот случай с беглыми рабами был не лучшей твоей рекомендацией, но я верю, что с этим заданием ты справишься. Что нужно сделать? Мой сынишка следит по ночам за броминим загоном, но недавно утром одного из броминов не досчитался. Джастин пытается свалить вину на мальчика, но я уверен, что сын не мог так со мной поступить. Пожалуйста, расследуй эту историю. Найди виновных. Окей. Замечательно. За наградой в карман не полезу. Только разберись, очень прошу. Сынишка мой сейчас около загона. Это позади забегаловок. Поговорю. У тебя что-нибудь появилось? О, у него появились бабки. Продаем, 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 продаем. Даже это продаем. Самопал продаем. О, уже переборщил. Полицейская дубинка есть. Надо продавать вот это говнище. Камни, шипы. А, они даже не стоят ничего. Ну вот так, короче. Оставим ему один бакс. Больше у него ничего такого нет. Хотелось бы, конечно, броню. Я надеялся, может, у него появится там какая-нибудь кожаная курточка. Но unlucky. Так. Надо попробовать зафатиться с этим типом, который борцуха. Отомстить, наконец, ему за унижение. Давайте попробуем. Пойдем. Неплохо он мне вмазал для начала. По глазам. Не. Шесть. Так. Обычный пинок. Пять не очень, не очень пока. И он, конечно, меня тоже неплохо приложил. О, вот это, вот это хорошо. Минус 16. И минус 5. Так, подожди, подожди. Главное, главное не перекоцай. Вот, вот оно. Минус 14. Неплохо. Так, главное его не замочить сейчас. Все. Найс. Nice. Прикрывает лицо от ваших ударов. Все, хватит. Хватит, говорю. Твоя победа. Вот, возьми гонорар. 100 баксов. А я пойду напьюсь. Продолжаю в том же духе. Я разбогатею. Это правда. Ну, найс. Nice. Подфармили экспу. Подфармили этого баблища похилимся Ой. немножечко так одну секунду кое-что хочу проверить сейчас думаю надо разобраться будет э, с этими с коровами все-таки вот Разобраться с коровами и... Ну и все, в принципе. Это, так сказать, цель номер один на повестке дня. Может быть, в этом как-то замешан тут... Опа! А это что такое? Ваши вещи. А, -а, а, -а Я их прям выложил отдельно, нифига себе. Хорошо, я хоть заметил. Ну, вроде все. Вроде все тут, что у меня было. Так, что-нибудь он нам скажет? Поднимает на вас надменный взгляд. В следующий раз будем биться до смерти. Конечно. Ты сдохнешь первым. Посмотрим. Ты что-то говорил про ринг? Расскажешь подробнее? Даже не знаю, с чего начать. С наркотиков, шлюх или гангстеров. Ладно, слушай. В большом городе Ньюрина есть ринг. Те, кто могут, дерутся там насмерть. И неплохо зарабатывают на ставках. Я когда-то тоже промышлял этим делом, пока меня не выгнали. Но это скучная история. Так, не знать, где Рина, это еще то. Иди на юг по основной трассе и прямиком доберешься до города. Но советую держать пушку на изготове, когда будешь подходить к окраинам. Если ты не против, хочу кое-что узнать еще. Дай-ка догадаться. Ты ведь не можешь одними руками обходиться, верно? Верно. Я знал, что мне будет трудно добраться до сюда, имея на руках одни только перчатки. Поэтому кусти... О, поэтому купил на свой последний гонорар силовой кастет. Вот и оно. Вот и оно. Судьба, понимаете, судьба сама вывела меня на это. То есть даже не пришлось искать. Беда в том, что в этих краях почти невозможно приобрести для него ядерные батареи. Здесь это оружие бесполезно. Сколько оно стоит? Uh, я бы тогда смог прикупить карабины и еще что-нибудь Но этот кассет обошелся мне в целый гонорар Поэтому продавать его за бесценок я не собираюсь Но ну сколько? Три с половиной тысячи баксов Слушай, ты спятил Кто тебе даст за такой кассет? Две с половой и то уважение Брат, за тысячу здесь вообще забирают Видел я таких, как ты Шныряют по пустошам Индейцам бусы втирают Со мной этот номер не пройдет Я городской житель Знаю цену хорошим вещам Ищи дураков. Ну, блин, три с половой реально очень много. Ладно, понятно. Три с много, конечно. Да. Так. Сайванемся. Еще разок. Пойдем поговорим с мальчуганом. Насчет коров. Браминов. Сэр, твой отец просил расследовать пропажу, Бра... пропажу Брамина. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Я тут ни при чем, честно. Брамина как будто никогда и не было. Ночью стоял в загоне, а на утро исчез. Испарился. Правду говорю. Как выглядел этот Брамин? Как и все, копыта, две головы, хвост. Еще он воняет. Где ты видел в последний раз? Он был в загоне, он в том дальнем углу. А на утро его уже не было, как свой с землю провалился. Так, вот, по-моему, я спрашивал, да. А ты когда-нибудь видел возле загона... Чего? Ты кого-нибудь видел? Ой. Ты кого-нибудь видел возле загона перед исчезновением? Никто в загон не заходил. Я бы, я бы тогда знал, потому что... Потому что я и не спал. И потому что делаю особый узел на веревке, который держит калитку, если кто-нибудь ее снимет. А... Он уже обратно так и не завяжет. Но здесь рядом общественный туалет, и эта дамочка из нюрина. Я на них внимания не обращаю. А... Так, малыш, ты меня не проведешь. Я тебя насквозь вижу. Рассказывай по-честному, пока не поздно. Мнется. А вы. Вы не расскажете папе? Вообще-то я заснул среди ночи, а проснулся уже на рассвете. Не знаю, так получилось, почему. Я ведь уже давно по ночам. Не сплю. Странно как-то. Раньше такого не было. Вроде и спать не хотел. Только воды выпил и сразу в сон. Вот пока спал, браменный исчез. Может, тут магия какая-то, а? Вот это интересный момент. Кто-то, видимо, решил устроить диверсию, связанную с браминами. Так. Действительно странно. Лучше найдете его, а то папа сильно расстроится. Сделал все, что в моих силах. Так, поговорим с дамочкой из Нюрина. А... Тебе что-нибудь известно про Брамина? Я тебе могу тебе сказать. Мальчик говорит, что всю ночь был загона и не слышал, как пропало животное. Но это полуправда. На самом деле он проспал как убитый. Милое создание, эх. В ту ночь случилось что-нибудь необычное? Вроде ничего. Вечером Болт проходил мимо в туалет, а под утро Джастин. Я и проснулась утром от того, что он яростно отчитывал мальчика за разгильдейство. Понятно. Но больше она, наверное, ничего не скажет. Так, Болт и Джастин. Болт, по-моему, в этой палатке. Если к вам опять явятся беглые рабы, надо поступить с ними точно так же. Пора Бобу вправить мозги. Сколько можно над трупами потешаться? О-о-о. Какие-то тайны... Это, это, темные тайны у Боба. Как у трудвачера прямо. Жесть. <клышленный культура> <клышленный культура> так. Никого. Вот тут, по-моему, уже какой-то был Дейв. Сколько можно бояться рейдеров? Ну да, да, тоже верно. Пошли поговорим с Джастином. Сыванемся. Эй, насчет той драки. Я следил за дверей и знаю что? Чертовски люблю такие моменты. Иногда я забываю, каким был в молодости. А Майк, ты уже mm -hmm. знаю, он давно искал повода с кем-нибудь подраться. Так что спасибо за веселье. Ну, пожалуйста. Чего себе. Слышал, что стало Жасмин? Что ты натворил? Теперь эта мразь вообще не покинет нашей общины. Так какой был смысл ее лечить? Поверь, всем было бы лучше, если бы она исчезла. Но почему? Не хочу навязывать тебе свои идеалы, но в отличие от тебя я живу в этой общине. И мне по соседству не нужны проститутки, переболевшие черт знает чем. Да и характер ее кокетливый, мне от него противно. Не буду тебя нервировать. Так, что тебе известно о пропавшем Брамине? Только то, что этот сопливый малец Филима просрал своего рогатого друга ночью во время сна. Он, разумеется, будет всячески отрицать. Но как еще можно объяснить бесследную пропажу полтонны мяса из-под носа ребенка? А откуда ты знаешь, что мальчик спал? Не тебя ли там видели в ночь пропажи, а? А ты обрати внимание, что на недалеко от загона стоит типичный туалет, и туда в любое время суток ходит кто угодно, в том числе и я. Звучит, как будто ты рад пропаже Брамина. Этому слюнтяю Вильяму пора бы уже понять, что от пришлых ничего хорошего ожидать не приходится. Ты им из последних сил жопу целуешь, а они думают как бы в рот насрать. Вот типичный случай. Не удивлюсь, если с Брамином случилось то же самое. Может, Вильям хотя бы после этой истории прозреет. Ага, а кто бы мог украсть Брамина, по-твоему? Э, я не хочу зря обвинять, но такое следует ожидать от пришлых. Вот ты, где ты находился в ночь пропажи? Ладно, короче, понятно. Вопросов нет. Начинает бычить в ответ, в общем, мужик. Насчет Брамина. Ну ладно. Чему, может осмотреть сам загон? где курсор. Больше как-то расспрашивать даже и не знаю, что. Ну-ка. Можно вот Брамина расспросить? Вдруг он что-нибудь расскажет. Так, может какашки осмотреть? А, вы видите странное, явно ядовитое биологическое вещество. Но это, видимо, просто так решили какашки описать. Может, с загоном что-то с самим. А он говорил же про какой-то узел, какую-то веревку. Что она то ли до туалета идет, то ли что? Так, тихо, главное, брамина не выпустить. А можно, кстати, его реально случайно выпустить из этого, из загона? Блин, дверь заблокирована. А ну-ка. Ой, извини. Это, видимо, та самая забава, про которую мальчик говорил, то, что можно брами толкать. Но я не специальный. Живой. Живой. Жесть. Sorry. Без, без, без негатива толкнул. Ну, никакой веревки я не вижу. По крайней мере, может она супер тонкая. Деревянный забор. Вот ровно вон какая-то сломанная палка. О, покосившаяся перекладина. Ну-ка. Эта перекладина закреплена небрежно. Еле держится за столбы. Под ней виды следы Брамина. Типа следам. Опа. О, нифига себе. Остатки Брамина. Останки. Видимо, вы нашли останки того самого пропавшего Брамина. Увы, от него остались только головы и немного кишков, которые уже вовсю разлагаются под солнцем и, с... и смердят. Смотри внимательней. Задыхаясь от фони, вы находите в черепе, и на песке вокруг останки остатки характерной дроби. Очевидно, патроны были самодельными и в качестве снаряжения использовали куш... куски ржавых гвоздей. Любопытно. И о чем мне это может говорить? Мне нравится, что на, на, на фоне мычания брамина. Я надеюсь, это не призрак вот этого вот брамина, который здесь лежит. Ну, вроде ничего нет, никаких ни следов. А вон следы какие-то? Или, или это шиза просто? Нет, это, это шиза. Ну ладно, надо хоть рассказать, что мы нашли вообще. По поводу Брамина. Разреши вопрос о другом. Кто в BlackRock снаряжает патроны ржавыми гвоздями? Вообще-то, Блэкрок редко пользуются патронами. Обычно хранят их на особый случай, ведь достать боезапас в наших краях трудно. Если кто-то изготавливал патроны, то это может знать Джастин. Ведь он заведует инструментами. Спасибо за инфу. А это вообще что за тип? Юджин. Я с ними не могу поговорить. Понятно. Крип. А... а ты случайно не знаешь, кто здесь пользуется патронами с кусками гвоздей внутри? Конечно, знаю, ведь вся техника у меня. Кому нужны тиски или плоскогубцы, идут ко мне. Но патроны делать в наших условиях сложно. Только Болт смог изготовить для себя парочку боезапаса 12-го калибра. Так. Все, вопросов больше не имею. Сохраняемся. Идем к Болту. Болт любит гвозди. Это ты Болт? Ну, моя кличка. А что у тебя до меня? Просто любопытно, почему у тебя кличка у остальных имена? Наверное, за металлический блеск в глазах. А что ты делал в ночь, когда пропал Брамен? Ну, спал, как и полагается жителю общины. Но вот только не надо этих ваших психологических штучек. Сразу скажу: я не имею отношения к этому треклятому Брамину. Слушай, а покажи-ка свои патроны для дробовика, а? Очень любопытно, знаешь ли? Э, патроны? Патроны, а зачем? Хочу сравнить дробь с той, что осталось в теле украденного Брамина. Оглядывается на улицу и понижает голос. Да какого так и знал, что в этом дерьме по, по уши погрязно. Любопытно. Что ты скажешь в свое оправдание? Чёрта с два. Я не собираюсь оправдываться. Я не из таких людей. Знаешь, из каких? Перед тобой один из членов банды кротокрысов. У-у-у. То есть был. То есть я как бы на пенсии. По крайней мере, я так думал до этого момента. А, расскажи о банде. Это отбросы, которые не смогли прижиться в Блэк И у Джерлока. Но имели достаточно патронов в обойме, чтобы прокормить себя в горах не так круто, как казалось, но жить ведь как-то надо. Ты ушел из банды? Дела шли, мягко говоря, паршиво. Навара не было, места здесь пустоватые. Братве приходилось охотиться и нападать на редких путников. В общем, вот-вот и банда накроется. Мне надоела эта бестолковая жизнь, вот я и вернулся в общину. Пока тебе не удалось найти улики. Пока тебе не удалось найти улики, здесь никто не знал о моем темном прошлом. А как это связано с коражей Брамина? Ребята совсем ослабли, им нечего было жрать. Вот они и вспомнили обо мне. Явились ночью, требовали жрачки. Я не мог им отказать, они а те еще головорезы. Пришлось схитрить. Я подсыпал порошок из корня Ксандра в воду у ребенка у загона, чтобы он заснул. А потом вывел одного брамина. Пришлось аккуратно снять доски с забора, чтобы толстозадая скотина пролезла без лишнего шума. Понял. А, ну и что собираешься делать? «Ничего не собираюсь. Если меня выгонят из поселения, придется отправиться к, э, к сам Большого Луи и просить, чтобы взяли в банду. Мир станет немного хуже. Ну и что? Зато я не сдохну, как и мои ребята из банды. Им да недолго осталось. Так. Если я расскажу правду, будешь меня отговаривать? А? А еще чего, Ваше Величество? Нет, я не буду тебя уговаривать. Я просто уйду». Вильям едва ли решится меня убить. Скорее всего, он просто меня выгонит. Так что я дышу свободно, видишь? Дыхает воздух. Я чувствую запах путешествий. Мне нужно подумать, что идет дальше. Понятно. Ну, короче, и по вообще похрену. Так. Могу ли я с ребенком о чем-нибудь поговорить? Ладно. Так, закрою загон. Чтоб, так сказать, все цивильно было. Ну и пойдем докладывать сейчас двум столпам это, этого общества. Даже, блин, не пошантажировать этого типа. Он как бы. Или может он блефует? Он вот говорит то, что да, уйду легко. То есть берет как бы на понт. Вызывает, может быть, такой как Стокгольмский синдром, тем, что он такой весь из себя. Крутой, свободолюбивый и так далее. А мы вот возьмем реальные и сольем. По поводу Брамина, ну похититель найден. Все началось с и он напоил моего сына отравой, вот подонок. Я его как родного пи принял, пивом поил. Как он мог так со мной поступить? Как? Ты должен его понять и простить. Эта ситуация оказалась сильнее человека. Трудно делать что-то по своей воле, находясь под дулом оружия. Ну... Блин, не знаю. Так, стоп. Эээ... Сейчас, секунду. Можно сначала с этим поговорить? Нет. Решает это все по итогу Джастин. Ну, блин, ну давайте рассудим, да, по факту. Если по факту, то... Эм, ну, у этого чувака, у него така, такое положение. То, что вроде он блефует, да, а вроде нет. То есть, он говорит, ну, уйду к рейдерам, если что. А если он не уйдет к рейдерам, что он будет делать? К нему снова придут, он снова что-то сделает. То есть, он не раскаивается. Он как бы, ну... Вы понимаете, он... Действует эм, как. Как это называется? Ну, вот как, как шакал, реально. То есть, что же, все, чтобы выжить. То есть не получится. Ну, уйду к бандитам. Типа получится, ну, будь что будет. Придут еще раз, так сделаю то же самое. Видео. Может, еще что-то хуже. Да пошел он нахер, что-то я подумал. Сильно дохера важный. Надо его мочить и все. Вот. Что я прямо это разозлился, пока я про него думал. Короче, этот человек опасен. Чтобы у него не было на уме, своим присутствием он навлекает рейдеров. Поэтому вы должны от него избавиться. Как это не прискорбно, но правда за тобой. Мы не можем прихлопнуть эту банду. А сколько лет э, она еще может продержаться на плаву, никто толком не знает. Так да, что выдержать... Так да, что держать бывшего рейдера вообще не дело чрезвычайно опасное. Пусть даже он решил порвать с темным прошлым. Мне придется его изгнать. Но это было твое решение. поэтому вынесу вердикт. Постой, я ведь обещал тебе награду за расследование. Вот немного денег, еще сэндвич и бутылку пива за счет заведения. Спасибо. Пожалуйста. А новые поручения будут? Вижу, ты только входишь во вкус, а? После этой истории с болтом и рабами, с болтом и рабами, я уже боюсь давать тебе новые поручения. Не волнуйся, я разберусь. Да-да, слушай, один человек должен был доставить нам посылку, но что-то уже пару дней его не видно и посылки тоже. Надо найти и то, и другое. Далеко он не мог скрыться в этих краях. Ну как, возьмешься? Попробую. Отлично. Посылного зовут Майло. Начни поиски с общины Джерлока. Он должен был взять там посылку и принести сюда. Спроси там, вышел ли он в путь и почему такая задержка. Сначала надо спросить. Расскажи подробнее о посыльном. Его зовут Майло. Сам он из общины Джерлока, но постоянно передвигается между нами. Обычный такой мужик, ничего примечательного. Услужливый и тихий. Каждый раз то, что и нужно для посыльного. Как раз, вернее. А что за посылку нес? Шкуры от Эвана. Предвижу вопрос, и, конечно, у нас своих охотников хватает. Но Эван особый мастер. Его шкуры лучше, чем у кого-либо в этих краях. А расскажи об общине Джерлока. Это недалеко на западе от нас, такая же община, как наша, только меньше и нравы там жестче. Джерлоку приходится одному тянуть на себе все поселение, а это нелегко. Розмер гонорара. Оу, я понимаю, ну послушай, ведь человек пропал, и не какой-нибудь бандит, а полезный для общины. Да и дело не такое уж сложное. Ты сначала закончи задание, окей? Ну... Вот эти рассказы, то, что там мы заплатим потом, еще что-то туда-сюда, там... Конечно, вызывает некоторые сомнения, но ладно, отправляюсь на поиски. Так, болта-то надо изгнать, все-таки. Вильям очень зол на тебя, так что придется тебе покинуть Блэкрок. Ну и по делам. Соберусь и уйду без лишних слов. По крайней мере, я попытался быть хорошим. Не получилось, ладно. А Вильям, передай ему, что банда еще о себе напомнит. Со мной или без меня. Но они точно вернутся. Давай, не понтуйся. Блин, а вот не знаю. Я хочу попробовать, типа... Я надеюсь, без негатива там за сейфскам и тому подобное. Ну, блин, мне интересно, а что он тогда скажет, если оставить? если оставить его. Давайте посмотрим. Простите оставить после того, что он сделал. А впрочем, ведь его заставили. Я знаю, кто они такие, эти кротокрысы. Шутки с ними не пошутишь. А Брамин, он отработает Брамина, я уверен. Так. Может... Блин, вот тоже, да, такой момент. Если я его выгоню, то он же может прийти обозленный. Ну вот, конечно, когда рейдеры знают о поселении, очень сложно как-то предугадать. То есть, типа, так у них может быть какой-то скрытый агент, да? Агент рейдеров, так сказать, э э в этом поселении. А если нет, то они могут прийти вообще полной толпой там всех замочить в открыт. Ну, поговорил с Вильямом, то он готов тебя простить и оставить. Меня? Да кто он их? Наверное, я слишком мнительный, если община меня оставляет. Наверное, это лучше ценить. Второго шанса не будет. Спасибо, ты доброе дело делаешь. Не ожидал такого увидеть. Да, я подумал что-то. Ладно, давайте оставим мужика. Бог ему судья. И в любом случае, если мы выгоним, что-то я подумал, он же присоединится реально к банде. И он может обозленный. Дать им инсайт сказать, что вот, эти твари в Блок Роке, надо показать им свое место. Поэтому. Пусть будет, ладно. Я думаю, вряд ли из-за того, что его простили, он начнет делать еще больше диверсий. Даже судя по тому, что он пантуется, так сказать. Вот. Надо его отпустить, чтобы он это все к твоим предложениям, да, чтобы он приходил в поселение, воровал браминов. А почему эта деревня заслужила? Я помню, что ты говорил насчет этого, что типа вот надо эту деревню уничтожить, стравить этих типов, но чё... я я что-то не помню, почему ты по итогу к такому выводу пришел. Так. Ну, это мы все спрашивали. Что свой Майк делал? Тут только Боб заслуживает. А Майк, подожди, это вот этот? Это борцуха? Ты запомнил, как его зовут? А, да, реально Майк зовут. Так я уже отметелил Майка. Я ему по жопе надавал у него бизнес пойдет. Ну блин, тоже твоя правда э, в этих словах. Ну подумаем, подумаем. Так, пойдем в сторону Джерлока. Я хочу на охоту сходить с типом. Ого. Так. Что же, что же происходит? Вопрос. Опа. Так. Что такое? А вы кто еще такие? Я не отвечаю на вопросы, скиталец. Я пришел тебя предупредить. О чем? Черт, как ты смог на расстоянии... Жесть. Я на какого-то колдуна. Дважды предупреждать не стану. Забудь про свой поиск, иначе отправишься вслед за остальными чистыми душами. Чистые души? Это еще что за бред? Нифига себе. подловили меня. Ну да, 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 я его, я его прямо майка, я очень жестко отметил. Он мне еще предложил свой силовой кастет продать, но цену он, конечно, конскую метит за это. Ну, видишь, да, насчет майка, это, кстати, показал ему, кто здесь мужчина в честном, в честном бою. Без уничтожения общины последующего. Но в любом случае, да, надо будет еще подумать. Посмотреть за их поведением. Так, ребята, всем привет. Что делаете? Как делище? Сыванемся. Я хочу сходить с лысым чуваком на охоту. Так, на всякий случай спрошу. Да, мне вот пригодилось бы снимать э, шкуры Гека. Но это я спрашивал, да, я все у него спрашивал. те со мной? Ты можешь оказаться полезным. Видишь, я уже стар, стар бегать с копьем против ящериц. Поэтому помощник окажется кстати. Все еще не передумал? Рассказывай, я в деле. Смотрит на вас оценивающим. В таком деле торопиться нельзя. Нужно все хорошенько продумать и потренироваться. Сначала я покажу, как ставить капканы на гекконов. Но имей в виду. Если ты не будешь меня слушать, то можешь идти на все четыре стороны. Окей. Договорились. Привет, привет. Так. Отлично. Я расскажу подробности на месте. Но есть одна важная деталь. Тебе придется оставить свои вещи здесь. Можно сложить все в мой сундук у стола. В том числе и оружие. И оружие... Именно, гораздо проще взять в руки автомат и считать себя Богом перед толпой ящериц. Вот, да. Дали автомат? О том и речь. Как бы... Что не так? Но так ли это, если твой автомат даст осечку или кончатся патроны? Ну, блин, надо верить в свой автомат. Хороший охотник должен продумать все наперед. Он не может брать больше, чем может унести на, свух... на своих двух ногах. Он должен уметь вовремя остановиться, чтобы не истребить все логово, оставшись без еды через неделю. Видишь, как все сложно? Да, мастер, я понимаю. Я готов. Давай. Вот мы и на месте, оглядывается. Прекрасный кальнион, не правда ли? Но нам нельзя отвлекаться. Бери эти капканы и отправляйся на ту поляну. Положи там... Чего положи? Я положил там приманку у дерева. Тебе нужно установить капканы в узких проходах, где жертва наверняка пробежит. Если захочешь попасть на этот пир. Кстати, о пире. Вот свисток, чтобы привлечь внимание жертвы. Когда установишь капканы, свести в него и жди. Все понятно? Или повторить? Разберусь. Да. И вот еще что. Не вздумай умничать и делать по-своему. Иначе в следующий раз я тебя не возьму. Окей, договорились. Па-па-па-па-па-па. Так. Давайте попробуем. Ну, например, давайте вот тут вот. А как, а как его поставить? Вот тут вот хочу. Как поставить-то капкан? Так, хорошо. Еще один вот здесь. Хе -хе -хе. Так, хорошо. И вот здесь. Так, главное, встать так, чтобы убежать можно было. Сейчас. Так вот. Оп. Не-не-не-не. Вот так. Вот. Оп. Да. А вот и сюрприз для мамочки, нифига себе. Ну давай. И теперь надо посвистеть. А, предмет нужно из руки использовать. Так, посвистели. Может поближе подойти? О! Триггернулись. Да. Капканы не помогли. А как так? Я думал, у них раньше действия побольше будет. Блин, ящеры мудрые оказались. Капец. Надо было прямо в совсем уж узких проходах ставить. Мастер, помоги. 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 Все, видимо, он оставляет меня один на один с этим испытанием. Блин. Зря я не сыванулся. Ой, я случайно. На всякий случай прокликаю. Так. Срочно делать славя... славянский прострел камня. Да мне не с чего, понимаешь? Он забрал у меня все оружие. Я могу только свистеть и кидать эти трапы свои. Признаюсь честно, я совсем слаб по части ловушек. Ты можешь научить меня ими пользоваться? А, ну сейчас. Лучше сойванусь. А то я скажу, что я слаб, он меня прогонит нахер отсюда. Что, прямо сейчас? Ну, надеюсь, я не убежит из долины, пока я тут объясняю элементарные вещи. Значит, слушай. О, навык диверсии повышен, реально, спасибо. Как вообще установить капкан? Попробую использовать на себе. Шучу. Только не забывай смотреть в нужную сторону. И не пренебрегай возможностью повторно использовать сработавший капкан, пока есть время. Так. Давайте, надо прямо какие-то чок-поинты выбрать. Вот, допустим, я стою так. Нет, сейчас. Сейчас, сейчас. Вот я стою так, да. И допустим, из-за капкан так вот. Блин, все равно широко. Что я собрать не могу? Ладно, можно попробовать сделать вот так вот сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Большой бум для лохов. Ну, типа того, да. Пусть будет два капкана. И тут вот один. В самом таком чокпоинте. поинте сейчас, 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 сейчас. Большой бум для лохов. Все верно, все верно. Теперь свистим. Охота на ящеров. Работаем. Так, трое затригерилось. Трое многовато. Они во вход пошли. Так нечестно. И чё это? Да елки-палки. А почему они? Стоп. У меня может они не активированы? что-то ничего не понимаю вот я поставил ее да приподнятая каменная плита и, и что она вот работает или нет давайте попробуем блин Я не понимаю, просто а, она активирована или нет. Вот сейчас сделаю. Ну, по идее же, да. Но когда я про не, по, по ней пробегаю, ничего не происходит. Давайте попробуем издалека одного к этого призвать. Геккона. Я вот хочу вот этого призвать. Так, вот так к ней надо встать. Нет, это, это плохая идея была. И, смотрите, он спокойно пробегает. Нет, 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 надо, надо подумать, как, как активировать. Есть в чате эксперты охоты, кто может подсказать? Я вообще ума не приложу, что-то как активировать, потому что ну тут просто нет такой кнопки, вот типа есть. А, сейчас, подождите. Появилась мысль. Сейчас. Главное правильно встать. Во-во-во-во-во. Прямо идеально. Смотрите, допустим я... Кладу трапу. И... Нет, я ее обезвредил, значит она уже рабо в рабочем состоянии. Ну-ка, тут гикон прямо совсем рядом. Ну-ка, иди сюда. Ну и что это такое? Славянский захлопнул. О! Мне, видимо, достаточно было вслух эту фразу произнести. Блин, ну я поставил только одну. Сейчас как? А, блин, надо же из инвентаря. Ёлы-палы. Все, ничего не даст. Факт ай -яй, яй 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 Так, активирую славянский захлоп ловушки, давай. Это ничего не даст. Вы не можете устанавливать ловушку во время боя. Да о чем мне делать? Они уже наагренные все. Ладно. Ну все, ящеры сейчас жестко поплатятся. славянская установка трапы, работаем. Ну вот... Блин, ну ладно, сейчас разберемся. Так, это выглядит хорошо прямо. Так, стой, главное не агри сейчас. Вот, вот эти две трапы выглядят хорошо, согласитесь. Прямо так. Уверенно, уверенно. Пробуем подозвать. Двое, как раз двое. Отлично. И вот он, он не согрелся. Походу только в бою работают эти трапы. Что делать-то? Камни, ко камни, ко камни, останки гека. Мне, мне, мне нужна ловушка. Мне же лысый говорил то, что можно использовать ловушку. Повторно. Ну, ладно. О, Да ёлы-палы. что делать-то? Труп гека. Труп гека. Мне не хватит ловушек на всех. Гека. Тут надо хотя бы одну повторно использовать. Отдай лов... А. Сейчас, секунду. Вы не можете туда... Я не понимаю. Ладно. Допустим, как промежуточный этап, это неплохо. Я убил одного ящера. Короче, надо на живца ловить. Ну, гоу. Ну, блин, ну троих не получится за раз. Типа вот он бежит. И вот я сейчас отдаю ход. И он, по идее, должен сейчас. Да. Отлично. О, вот сейчас могу забрать, кстати. Так, надо сейчас. Я-я понял, надо походить здесь за камнями. Постелсить, постелсить от них. Или Что? Я не понимаю, я, я, я смогу от них убежать или нет. Давайте попробуем. Ну, пока как-то не очень успешно получается. Геконы, видимо, весьма разозлились, то что я двоих из них уже разорвал. С другой стороны, я вроде беру отрыв. Ага, они срезают круги, играют по-читерски. Твари, а, ящерски. Короче, ладно. Мы победили. Ну блин. Как так? Ладно, сейчас. Придется играть бесчестно. Ну как бесчестно? Да они играют бесчестно. Я-то наоборот играю мега-честно. Вот как так встать ровно? Чтобы поставить вот, эту трапу. Вот он встает боком. Ладно, давай попробуем так. Поставили. Окей, допустим, это сработает. И поставим за ней еще вторую сразу, допустим, да. Так, зовем ящеров. Двое как раз. Найс. Nice. Ну, твари нет вообще. Да, да, отвали. Ящер. Вот ящеры хитрые, а. Казалось, смекалочка на моей стороне. Он, он не взрывается об а трапу. Ну, вернее, его не разрубает трапа. Блин. Как же быть? Вообще, самый подходящий спот для того, чтобы ловить ящеров, это вот этот. Мне он больше всего нравится. Еще можно этот использовать как вариант. Я думаю, тоже не прогадаю. Ёлка. Большой бум для лохов. Ну да, да. Ну, пока сложно выделить э, лохов из стана ящеров, можно выделить только лоха из стана охотников на ящеров. Да взорвись ты на этой ловушке. О боже. Я, я не понимаю, ну, типа. Я, я, просто я не помню, чтобы я пользовался ловушками в оригинальных старых Fallout. Ах. Может, это нововведение это именно этого. Мы победили. Сдавайся, Рус. Да чё, блин, лысый не поймет меня. Я, я бы уже сдался, наверное, но... Пока никто не видит. Ну давай. Давай еще одну. великие подвиги древних русов на охоте вот что он ставит так по по плохому трое но это много конечно и капкана тут три давай вот он, он спокойно проходит. Я, я встану сейчас прямо на капкан. Домой. Так, первый пошел, хорошо. Я встану вот так. Короче, я понял, надо сделать так, чтобы ящер встал на эту плиту и на начало хода он вот типа был на ней. Вот, вот по идее сейчас этого я... Да, 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 да. О, смекалочка, походу, побеждает потихоньку. Все, ждем этого ящера. Да, вот так вот, ящерская лахта. Вот, все, домой. Осталось ластового добить. Ласт хит по ящерам. Так. Все, разобрался. О, я так по... херово поставил эту ловушку. Ну ладно. Пробуем. Чего не слышит? О. Вот где-то тут он должен встать. Чё? Тут я тут. Ну куда ты? Ящер, сдавайся. Все, ящер, ты проиграл. Домой. Приговорил. Эх. О, забрал все. Ну все, лысый. Принимай. Принимай трофеи. Библиотун, да. Вот так вот. Древние русы все-таки показали. Показали свою смекалочку. Так. Что там происходит? Приманку мы еще не съели, надеюсь? Ну, кажется, вся стая попала в нашу западню. Что ж, пойдем проверим. Безупречно. Все ящеры попались в ловушки. Тихим и хитрым способом. Мои поздравления. Думаю, в следующий раз мы займемся чем-нибудь посерьезнее. А, а пока займусь обработкой туш. Да, и еще. Можешь забрать свисток себе. У меня запасной. Найс nice. все сейф, так, uh... подожди. Чего? На, на еще. А, вот это была не настоящая охота, верно? Конечно. Теперь ты знаешь, достаточно, чтобы по крайней мере не спалиться перед целью. А, перед целой толпой ящериц. А именно этот риск нас теперь поджидает. Звучит серьезно. Чем предстоит заниматься? Мне опять сделали заказ на геконии яйца. Воу. Их иногда перекупают богачи из Рина. Многие охотники отказываются, ведь достать их можно только в самом центре Геконьева логова. Я единственный охотник. В этих краях, кто может достать яйца без лишней крови. Что значит без лишней? Не проще ли зачистить логово? Ну хотя нет, я, я, я понимаю, в чем смысл. То, что всех ящеров нельзя уничтожать. Ладно, так ты собираешься влезть в самое логово и выбраться оттуда без жертв? Именно. Но, как я уже сказал, кости мои стареют. Мне был бы полезен помощник. Подробности объясню на месте. Главное, опять же, не лезть под зубы и когти самому. Мы должны сохранить популяцию, взять только то, что нам нужно, и столько, сколько сможем унести. Да я догадаюсь, оружие мне опять надо оставить в сундуке. На этот раз я дам тебе копье. Лишнее снаряжение создает много шума, а мы должны идти очень тихо. К тому же это приубавит твой соблазн вырезать всех гека. Ну, меня это не пугает. Давай, let's go. Эта пещера – одно из мест размножения Гека в окрестностях. Там обитает целая толпа ящериц. Так что будь осторожен. Не шуми зря, если хочешь уцелеть. Моя задача – собрать яйца. Болс, да? Так? Ну и не погубить популяцию при этом. Постарайся сохранить больше половины местных Гека. Иначе в следующем сезоне нам будет нечего есть. Понятно. Пещера сквозная. В конце есть выход на другую сторону горы. Я буду ждать тебя там. Смотри, не попытайся удрать со страху. Иначе позор тебе на всю нашу общину. Руки даже, руки даже не протяну. Ладно. Ну что? Звучит, конечно, интересно, учитывая, что у меня скрытность, скрытность, скрытность. 12%. Чувствую, будет, конечно, весьма забавно. Он вижу двух гека. Он еще трех гека. А я могу, интересно, просто, типа, бегать, лутаться, я не знаю. Ну, в том плане, что нету яиц. Ло. Разодранная куртка. О, кстати, мне же чел говорил то, что может помочь починить эту кожанку. Вот это хорошо это хорошо так но надо продумать свой план движений Я понимаю что я не смогу не загреть ящеров так вон выход а ну-ка то есть здесь я вроде могу по тихой прокрасться по тихой грусти так спалит, не спалит? Отлично. Так, знаете, я я думал мощно, я думал как называется, будет хуже гораздо. Что за спам в чате? Да все нормально. Это просто Ты, кстати, представитель ящеров. Передает их это. Передает их послание, то, что нужно сдаваться. Но я уже победил. Я уже вынес. Вынес этих ящеров своими капканами. Так, я засейвился, да. подождать пока они отойдут да 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 вроде хорошо хорошо иду хорошо иду оп взять все и домой <гас> ай яй яй я я я я я я я Все, пока пока, пока-пока пока, пока, пока. Пока, 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 пока. Пока, пока, ну, пока, -пока, -пока. О, пока. Пока, пока, пока. Ну, пока. пока, пока. Пока. Так, теперь главный вопрос. Этот ящер остался тут? А, да, 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 тихо тихо да, тихо тихо, 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 тихо. Он уходит. он уходит, nice. Хорошо. Я понял, я понял стратегию свою. Подбегай, бери, убегай, подбегай, убегай, убегай, подбегай. Тебе удобно с таким разрешением играть, все же маленькое. Но я вот, когда только создавал персонажа, я обсуждал этот момент. Я... Мне, конечно, сложно сказать, как ну, вам на стриме это видно. Возможно, ну, не очень мне исторически удобно играть на Full HD в старые Falloutы, но вообще я знаю то, что многие ставят разрешение меньше и типа растягивают его, но блин, ну мне очень тяжело, ну вернее как буквы-то они больше и так далее, куски интерфейса и так далее, но они такие размыленные для меня, я прямо не могу серьезно, то есть мне мне лучше так Единственное, конечно, иногда неудобно что-то курсором искать какой-то предмет, это правда. Но глобально, на самом деле, лично для меня проблем особо нет с этим. Вот такая тема. Так, надо подождать, пока этот ящер отойдет и врываться. А он подходит только ближе. Вот тварь, а. Я его даже не вижу уже. Так. Летим. Блин. Ай-яй-яй-яй. Оп. И побежали, побежали, побежали. Да ё-моё Ну ты можешь, блять, так меня не душить Ладно Рестартнем Чё там этот ящер Может свалит Ладно, можно в теории Пробежать вот так Твою мать, а что он меня сильно жестко палит. Я, я не понял, что это такое. Ладно, попробуем отсюда. Проблема в том, что я этих ящеров не вижу. Вот, допустим, вот, ну, я думаю, курсор видно. Вот здесь вот ящер, вот, вот он меня сейчас палит. Я, я не смог этого понять, потому что я его не вижу за этой стеной просто. И это, конечно, создает трудности. Ладно, короче, похер. Отстань, отстань, отстань. Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Отстаньте от меня, отстаньте. Я просто забираю болс и иду вас Договорились? Отстаньте, 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 отстаньте! Все, всем пока-пока-пока-пока. Вот теперь момент. Я вряд ли смогу от них достаточно сильно оторваться, и поэтому есть вероятность то, что когда я вернусь в пещеру, они не успеют отойти назад. То есть они же не двигаются, пока я на другой локе. И вот с этим есть проблема. Сейчас будем смотреть. Ну я не знаю, там же, по-моему, все яйца не надо брать. Может я эти не буду, конечно. Перфекционист во мне плачет и комплишенист, но в случае чего придется поступиться таким. Давай, 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 давай. Блин, не хватило чуть-чуть совсем. До выхода. Так, ну и вот, момент истины, да? Ну, это жопа. То есть, я так понимаю, если я, например, подожду, да, три часа, например, они никуда не свалят. Скорее всего. Да. Он уже на пороге меня ждет. Что за урод? Ладно. Ой, глав... Ну твою мать. Отвали от меня. Больно вот я тебе нужен. Тебе вот что, делать нечего за этими яйцами? Бегать, дорожить ими. Так. Сходим сюда. Можно встать тут. Засейвиться. На всякий случай в новом. Потому что неизвестно, как мансование с ящерами к чему меня приведет. Тут, по-моему, один ящер всего. Надо подождать. Пока он отойдет В дальнюю часть, вот, можно работать. Та -та -та -та. Так и на выход. Оп -оп -оп -оп. А, два, два их. Окей, но ну, они в принципе оба все равно в дальней части. Сейф. Так, снова идем. Ну тут уже шанс есть полиция. Нет, слушайте, успешно. Успешно весьма. Сейф. Потихонечку, потихонечку. В этом деле главное... Почему у меня сохранение... Чего? А, все, я понял. Я думаю, почему у меня сохранение 5 называется 6, а оно же с нуля идет. Так, теперь становится сложнее. Вон там еще этот скелет есть, надо его обязательно... А, там их три! Ни хера себе, может они почкованием там плодятся просто? Так, ну... С... Мне осталось... Вот еще вот эти кладки вы залутать. Я не знаю, моя награда вообще будет меняться как-то в зависимости от количества яиц залутанных. Яиц. Так, пойдем на опережение сразу. Нет. А что у него там в этом, у этого скелета есть вообще? И что это такое? А, я понял. Нож. Ну, нож, конечно, не сказать, что прям какая-то ценная вещь. А может быть похрену, может... Сейчас попробуем. А, ну ясно, когда мне этот тварь сносит один с хп за один ход. Это, конечно, же что Нормально, нет вообще? Я могу подождать до выздоровления? Мне лысый. Ладно, пойдем на улицу. Нет, подожди. Мне такое не нравится. Тихо, 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 тихо. Что это гикон? Нет, это просто стенка. Так. Сейф очередной. Что мне осталось? Раз, два, три, четыре, Mm. Надо подумать применить смекалочку. Стоит ли вообще оно того? А, я думал, тут ящер свалил уже куда-то. Ну все, мне жопа. А, нет, не жопа. А пойдем... Выйдем к этому, к лысому. Интересно, я смогу оторваться от ящеров? Ну, сомневаюсь. Плюс чат, кто живой. Ну, тут, конечно, на, на стриме воровства яиц у ящеров, на самом деле, немного, мне кажется, останется в живых. Безумно интересный геймплей, предупреждаю. Кстати, есть шансы оторваться от них. Привет, лысый. А? Ну, твою мать. Да ящеры. Блин. Я у них даже не все яйца своровал. Они не дают мне все яйца своровать. А сколько яиц нужно принести? Хотя бы десяток. Блин, ну у меня есть 10 яиц. Но... Отличается награда за 10 яиц и 10 плюс яиц? Я вот не знаю. Есть, есть вот такой элемент. Жадности, охота. Больше, больше. Больше яиц. Да, понятное дело. Ну, ну, а что поделать? Хочется. Нужно больше баллс. Блин, грустное еще описание. Оно могло бы дать в будущем милого и забавного зверька, но вместо этого пойдет на прокорм какие-нибудь богачам. С другой стороны, это же ящер, какой-то забавный зверек. <звёк> Слушайте, а чего вот вы со мной не пойдете на выход из пещеры? Вы что, сыте? Ну-ка, <звёк> ай-яй-яй. Слушайте, я, походу, перехитрил ящеров. Я выработал страту. Или нет? Что-то ящер нагоняет меня уже. У меня появилась идея. Это будет очень душная тема для зрителей. Но это, походу, очень жесткая тема. Сейчас проверю. Блин, ящер догоняет. а а, -а, -а Дай убежать, дай убежать, дай убежать. Ну вот, 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 вот. Свобода уже близко. Ух. Да. Я перехитрил ящеров, друзья. Победа, победа, победа. Да бой просто так не закрывается в таких случаях обычно. Ну хотя, смотря когда, наверное. Ну ладно, попробую. Попробую. Но смотрите, смотрите, ящеры возвращаются во свои Короче, я понял, есть страта. Как выкрасть все яйца? Но... Боюсь, это будет очень, очень душно. Но можно попробовать. Я хочу попробовать. Извините. Я не могу. Я, я как минимум хочу попробовать. Не зря же я весь этот маневр делал, правильно? Так, попробую подойти скрытно. Аккуратненько, аккуратненько. Так, оп, 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 оп. А -а. Ай-яй-яй-яй. Извини, извини. Ай-яй-яй. Извини, извини, извини. Так. Балс. Балс. Побежали. Ай-яй-яй. Выживу, 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 выживу. Ну, выживу, походу. Слушайте, не, невероятное, невероятный просто квест, невероятный геймплей. Я думаю, эм, на стриме сейчас, ну просто строго, строго кайф, строго контент происходит. И сейчас смотрите самое важное. Отдыхай до выздоровления. Все. Мы отдыхаем. Как же мы отдыхаем? Там этот лысый уже, наверное, от старости помрет, когда мы все яйца вынесем. О, вот, да. вот, вот, о том и речь, да, то, что... Чтобы НЛО лишних не плодилось, конечно. Так. И смотрите, смотрите, фишка. Да, они дают нам по жопе, Смотрите. И смотрите, я захожу. А, они меня не видят. Слушайте, я сделал еще лучше даже, чем могло быть. Жесть. Эта страта работает даже лучше, чем я думал, понимаете? Просто жесть, реально. Все, осталось, друзья, осталось яйцо плюс скелет. Ну тут уже грех не дожать это. Ждем сейчас, пока эти вернутся на базу. Отдыхаем. Чил. Чил максимальный. Неспешно, неспешно они прутся, конечно. Чувствуют, понимаете? Чувствуют вот этот вкус поражения у них. Они ослаблены. Ослаблены тем, что хитрый, смекалистый рус просто, ну обводит их вокруг пальца буквально. Обносит их до, до последней нитки. Благодаря своим гениальным просто маневрам. Вот. Где второй? Он, он отстает немножко. Так. Еще раз сайванусь. Сейчас уже, в принципе, последствия того, как я пройду мимо этих ящеров, не особо важны. Потому что... Да, пускают уже сморч этого. Асминога. Сейчас уже, в принципе, не так важно, как я пройду, потому что мне уже сюда возвращаться не надо будет. Это будет последний заезд. Так, потихонечку, потихонечку. Да, словили агроба. Вот тварь, а. Ладно, это не так страшно, как могло показаться. Мы потеряли какое-то количество поинтов, да? Но мы все еще живы. Ящеры окружают. Надо срочно залутаться. Лутаемся. Берем этот несчастный нож. Перфекционист доволен. Видим, что больше в пещере. Проверяю, ничего не осталось. Сканирую, сканирую. И побежали. Улетаем. Да что такое? Что, что за мега ящер какой-то, я не понимаю. Крит за критом. Хватит меня это прессовать. Смотрю потный стрим и потно складываю пассианс. По давай, давай. Играй, играй, играй. Играй, родной. Ну все, походу можно уже, так сказать, открывать шампанское. Ящером меня будет весьма проблематично догнать. Да. Они уже все, они уже теряют всякие надежды. Вместе со мной уплывает их вера в победу. Ну что поделать? Вот такой вот бизнес на яйцах. Все, пока. Привет, лысый. Ты уже здесь. Ну да, спустя сколько там. Трое суток я пришел. я достал яйца. Давай посмотрим, что ты нашел. Этого хватит. Давай сюда. Теперь нам пора возвращаться в общину, пока нас стая не засекла. Все, пойдем. Он тщательно упаковывает яйца в солому и шкуры для защиты от повреждений. Ну вот, дело сделано. Еще один день прожит с пользой. Ну вот теперь можно возвращаться. Глядит, э, глядит, глядит на вас задумчиво. А впрочем, учитывая, как ловко тебе удалось достать добычу, сохранив при этом популяцию, можешь забрать излишки яиц, отчитывает свои 10 штук, а остальное возвращает. Учти, в Рине за них заплатят гораздо больше, чем в этих краях. Вот, вот, понимаете, это я уже для себя забирал. Все грамотно. Найс! Nice. Еще и сейчас я подожду и приду к этому типу, починю курточку. Ой-ой-ой-ой-ой, прикиньте, просто такой Тамерлан волосатый, в кожаночке, с кастетом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой опасный молодой человек будет! Уф. Лучше такому на пути не попадаться, конечно. Все, погнали. Починим куртку. Так. О, кстати, ты сможешь починить фотосборник индейцев в Лавлоке? Конечно, я в вечном долгу перед вами за спасение моей шкуры. Так что сейчас же отправлюсь к индейцам и переговорю с ними. А... Так, подожди. Да, подожди. Я сейчас, знаете, что подумал? Возможно. Так, какой из этих сейвов 23? 19, 6, 6, надо. А, возможно, я его сейчас погоню чинить водосток, а куртку он уже откажется мне чинить. Так что... Подожди, я хочу, чтобы ты починил куртку. Или... А, или он про оружие говорил. Блин. Ну ладно. Почини хоть водосток. Найс. Nice. Ну хоть левел дали. Так. Давайте начнем качать легкое оружие. Или... Скрытность может покачать. Наверное, скрытность мне пригодится, потому что, учитывая, какой я ниндзюцу, Давайте будем параллельно их качать потихоньку. Пусть будет так. А, так. Где ж можно починить курточку? В ней присутствуют многочисленные отверстия. Один рукав оторван, а материя на спине разорвана когтями мелкой живности. Впрочем, можно восстановить, если хорошо постараться. Но это понятно, да. Хотелось, хотелось бы, конечно, восстановить курточку. Охота уже себе какую-нибудь броню, а не бегать в этой пижаме. Так. Подожди. А... Предложение похочется. Как ты на это смотришь? А, не-не-не-не, подождите. Вот, могу овладеть этим навыком? Конечно, дружище. Я научу тебя всему, что знаю. Тебе это вполне может пригодиться. Научи меня, о великий охотник. Так, теперь мы можем свежевать гекконов. Отлично. Так, как, как смотришь на то, что поохотится? Пока нет необходимости. У меня достаточно и шкур для выделки, и мяса в суп. Но если тебя так не терпится, могу предложить один вариант. Какой? Траперы, которые промышляют в северо-восточной долине, рассказывали про огромного родскорпиона. Он несколько раз крупнее обычных, а его панцирь настолько толстый, что даже копья не могут пробить. Не знаю, правда ли это, но ты можешь попытать удачу в тех краях. Если наткнешься на скорпиона переростка, то передай ему мой пламенный привет. Так. Ну. То, что надо, найду пришибу и вытащу всю нежную плоть из твердого панциря. От меня этот тварь не уйдет, уж будь уверен. Ну ладно, не буду так агрессивно. Настоящий скорпион легенда. Я это запомню. Но пока по времени с охотой. Так, стоп. А он... Ладно, короче. Вот это решительность. Напоминаешь меня в разнем возрасте, будь осторожен. На крупную дичь нужна ловушка покрупнее. А еще лучше пулемет калибра 0.23. 223. хе Капканом тут точно не отделаешься. Я тебе так скажу. Хочешь быстро убить Скорпиона, бей не по панцирю, а прицельно в незащищенные участки тела. Можно попробовать сломать лапу. Это будет добрым знаком к победе. Наконец, учти, что панцирь Скорпионов хорошо защищает от ударного оружия, но уязвим для любого энергетического. Я припоминаю, у одного из жителей Блэк Рок был плазменный пистолет. Спроси у Вильяма, что с ним стало. Еще. Еще захвати с собой противоядие побольше. Обычно, чем крупнее старший скорпион, тем слабее его яд. Но даже яд очень старого скорпиона может убить человека. Вот, возьми, это из моих запасов. Спасибо. Я покажу тебе примерный район поисков. Это на северо-востоке. Хорошо, как буду свободен, отправлюсь на поиски. До встречи, мастер Эван. Так. Нормально. Сколько там, кстати, стрим-то идет? Три, ну, почти 3,5 часа, неплохо. Я думаю, можно часа 4 сегодня постримить и, пожалуй, за -за 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 заканчивать. Ну, хотя посмотрим, как пойдет. А, это ж мои вещи. Я чуть не забыл про них. Я еще думаю, ни хрена себе вещей. Так, кастет. Что теперь делаем? Водосток мы починили. А, про посыльного, точно. Я ищу Майла. Ты знаешь, где он? Майла? Не видел его с того момента, как он взял у меня шкуры и понес их в Блэк Рок. Может, он там и остался? А, а зачем Вильяму нужны твои шкуры? Чудак думает, что он как-то сможет регулярно торговать с караванщиками, которые ходят между Солт Лейк Сити и Ириной. Идея хорошая, но в ней есть и свои изъяны. А почему именно мои шкуры? Потому что они лучше, чем шкуры других местных охотников. Значит, больше вероятность успешной сделки. Майло говорил с кем-нибудь перед уходом? Хм. Вроде бы только со своими. Жена Майла должна знать больше. Это, наверное, та самая, кстати, обеспокоенная женщина, которая мне не доверяет. А кто мог бы желать Майла исчезнуть? Ну, это громко сказано. Он всего лишь посыльный. Возможно, он просто напился. Ну, в худшем случае его могли сожрать гекка по дороге. Позитивно. Понятно. Ну, пока все. Обычные селяне ничего не будут говорить. Нет. от а Джерлок. Вот, что вам известно об исчезновении Майла? Ничего. А разве что-то должно быть известно? Впрочем, почему бы и не исчезнуть бесследно человеку посреди пустыни, а? Здесь иногда видят гиконов, раскорпионов и даже шайку рейдеров. Так что если Майло не вернется, его жене придется нелегко. Ну ты понимаешь. Майла еще и женат. Впрочем, не будем об этом. Ладно, короче. С Джерлоком особо не не поговоришь. Так, простите, я не доверяюсь чужакам. Будь вы из Black Rock, мы бы еще могли поговорить. А сейчас прошу вас, оставьте меня. Предложили мои помощь. Не волнуйтесь, я как раз оттуда. Ведь это вы, супруга Майла. Майло? вы знаете Майло? Где он? Э -э, Воу, успокойтесь. Это я хочу вас спросить, где он? Ах, надежда сказывает в нем все меньше. Он понес эти чертовы шкуры в BlackRock, и с тех пор его нигде не видели. Ни здесь, ни там. Не мог же он просто исчезнуть посреди пустыни. Я так его жду. Что он делал перед уходом? Да, все как обычно. Хотя, постойте, за день до того э -э -э, к нему пришел какой-то парень в кожаной куртке. Такой, типичный хулиган, как в Нюрина. Уж не знаю, о чем они толковали, но Майло его быстро прогнал. Опишите, как он выглядел в этот момент. Майло ничем особо не выделяется, светловолосый, загорелый, обычного роста. Ах да, у него на ногах были кожаные сапоги, таких ни у кого больше нет. Это, наверное, единственное, что его выделяло. Он ведь часто таскал между... вещи между общинами, поэтому сделал себе эти сапоги из и кожи с ремешками под нож и звездой на подошве. Вот, кажется, и все. Пожалуй, на этом остановимся. Так, Майло направился в Блэкрок после ссоры с подростком, одев кожаные сапоги со звездой на подошве. Это надо запомнить. Так. Пойдем разбираться. Ну, пошли в Блэкрок обратно сгоняем. Ого. Небольшая группа раскорпионов. А что, может, рискнуть с ними зафайтиться? Че бы и нет? Ну-ка давай. А, не достаю, блин. Ну, как-то не то чтобы прямо. А, нифига себе, он скопытился уже. Жесть. Слушайте, беру слова обратно свои. ай яй 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 Придется обычными бить. При смерти? А дуреть. Да ё-моё. Ай-яй-яй, я не то хотел нажать. М -м -м. Ну, блин, ну тут уже сто... А, нету отравления до сих пор? Жесть. Нифига себе, я их мочу. Так, а если я подожду, до... Нет, не могу здесь отдыхать. Ну-ка, давайте next. Что-то прямо эти бодро отлетели. На. 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 Уф. Ну, слушайте, это прям мощно. Да что ж такое? 67% шанс. И он уклоняется. Шанс на это сколько? 1 к 9, что он уклонится. И я уже два раза такое встретил. О, ну хоть крит. Ай-яй, зря я, наверное, спину подставляю. Все, Ну чё, ну... А, ну блин, ну... Я только немного хвостов смогу набрать. С другой стороны, нужны они мне особо. Они так-то... Много особо и не стоят. Пойдем. В Black Rock. Так. Что я задумался. Есть у него что-нибудь такое прям полезное. Сколько стоит? О -о -о. Может, целебный порошок у него хотя бы купить? Поводу посылки. Нет. Пока не, не вариант. Что-то у него такое спрашивать. Задание. Так, Нюрина. Посыльный пока непонятно. Джерлок. Ага, лавлок. Тоже в Нюрина бы сходить. Ладно, короче, ГО похилимся, сходим в Лавлок, получим э -э, какую-то экспу за то, что починили этот водосборник, и пойдем в Нюрина, наверное, наконец. Первое декабря. Первый день зимы. Ура. Полетели. Так, тут раз легенда должен быть. Да. О, геконы. Ну что, попробуем пофайтиться. Ради интереса. Блин, я ход просрал. Ладно, пусть этот удар будет мощным. Минус 4, но... Он засал. Между прочим. Так надо как-то... Вот так встать. А, а что такое? А -а -а. Вот оно как... Давайте тут сохранимся. О, вовремя я успел. Домой. Ой-ой-ой-ой. Давай еще один сразу. На. Ну что-то вообще его немного дамажу. Где урон-то? Минус 6. Наверное, он к ударному оружию не очень. А, тяжело ранен, кстати. Много достаточно хп ему снес. Давайте в пах. Уф. Дыхательная функция, нифига себе. Ну, прости, мужик. Так, оттащим его подальше. Ладно, будем бить в пах. А, он живой! Этот живой, блин. Он сейчас оклемается. А, и я свалился. Ну вообще прекрасно. Да елы палы. Так. Ладно, пора брать этот мощнейший клач. Я понял. Ну, все, не поминайте лихом. А, ну я сейванулся, кстати, по-моему. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ладно, этот файт надо доиграть на мужика. Но надо бить по паху. Как бы, как бы это ни звучало, но это весьма действенный вариант. Вот. Отлично. Ну, придется добивать выживших уже. Из, извини, Гикон. Лежачих, конечно, не бьют, но... Ну, что я могу поделать? Так, шкурка. Сейф сразу. Когда есть возможность, надо сейвиться И попробуем закатить А, есть же, кстати, этот Он убегает Он боится А ну-ка, иди сюда Ай-яй-яй Давай в пах Попал Давай еще раз Блин, ну больно, больно они, конечно, дерутся. Надо срочно ронять его на, на землю. Вот, вот оно. И добить. Подбегает его кореш. Надо этого добить. Все, добили. Пробуем бить ему корешу в пах. Не получается. Главное выжить, 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 выжить. Затанковать урон. Пробуем бить по паху Домой. Хорошо. И по глазам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Добиваем выживших. Не. Не. Слушайте, не так, не так много я на самом деле ему хп сношу. Даже приучить того, что он лежит. О, все. Все, остался только этот Гека Сакун. А, ну все. Я его уже не догоню. Ну и ты че? Будешь что-то делать? Короче. Можно попробовать его добить из огнестрела какого-то. Ради интереса. А, ты забавный. Спасибо. Ну что поделать? Это, так таковы триали. Блин, он убегает. А сколько, сколько у него Раненые. Некоторые части тела повреждены. Давай, короче, все. Шутки кончились. Ну, он сейчас за, за экран выбежит. Не, минус 27, я понял. Все. Неважно. Забей, все. Забей, чувак. Я уже понял. Сыканул, сыканул. Все, пакета. А нет, надо сывануться. По любасу. Ну что, дойдем до лавлока? Я надеюсь. Вообще, мне же говорили то, что на шоссе много всяких передряг, а в горах-то нет. Ну почему-то я на всех натыкаюсь только в горах. Так, привет, друзья. Я хожу по крыше. Видимо, паркуром занимается. Белый человек... Ой, все, понял, извини. Приветствую, скиталец. Для чего твой путь пересекся с нашим? Ну как там водосборник? О, наше хранилище чистой воды теперь не будет загнивать и течь, растрачивая слезы природы на бесплодную пустыню вокруг. Теперь же оно будет поливать жизнью наши плантации. И мы благодарны вам. Но чем отплатить вам за труд и беспокойство? Жест доброй воли. Я не хочу гору сэндвичей мы не забудем вашей доброты. Не часто к нам приходят белые люди с чистыми желаниями. На вашем месте многие захотели бы иметь с племенем пользу. Чего? А, иметь с племени пользу. Да прибудет с вами сила духа в пустоши. Не стоит благодарности, чувак. Так, ну что, пофайтимся? Не хочет он со мной файтиться. Um чуть чуть че, можно сделать а мы же в рино хотели все let's go в рино короче погуляем наверное немного по рино и все на сегодня достаточно долгий такой стрим получается я думаю три часа уже есть ну даже три с половиной так идем по шоссе ну около с ним по крайней... около около него так пришли вот и он, Рина. The biggest little city in the world. Да, вот самый большой маленький город в мире. Огни горящего в баках мусора и неоновых вывесок окутывают город с дьявольским сиянием. Сиянием. Сейвимся. Стоит какой-то пацан, беспризорник. Здравствуйте, мистер. Приветствую вас, великому Рино. Откуда такая доброжелательность? Ты наверняка на что-то рассчитываешь, верно? О, нет, мистер. Я просто помогаю вновь прибывшим великирина, чтобы они не заблудились. Занятный способ заработка. Я ни монеты, не прошу, просто так. Я могу отработать эти деньги. Чем ты можешь помочь? Для этого я здесь остаю. Всегда рад помочь по любому вопросу. За символическое вознаграждение. Может, знаешь, какие-нибудь секреты? Ну, не то чтобы секрет, но и это чего-то стоит. Давай. Давай, за 20 баксов. Задобрим, задобрим, малого. А, но если подумать такую информацию, все равно трудно продать. Я согласен на такую сумму. Давай. Спешно убирать деньги глубоко в карман. Я только хотел рассказать, что слышал разговор караванщиков. Одного из них хулиганы пытались поймать где-то недалеко от стоянки. Он удрал. А вещи свои в тайнике спрятал. Я не знаю, где именно, но это где-то недалеко. Ну ладно, смотри, у меня. Обман не потерплю. Да честно, я слышал. Он все еще жаловался, что темно было и не помнит, куда он вещи спрятал. Наверняка они там и лежат. Посмотрим. Еще бы не забыть про это. Что тут такое? Сейф закрыто. Ой-ой-ой. Звуки стрельбы. Так, во-первых, я не хочу ночью бродить. Давайте до утра. Конечно, есть какой-то... А, давайте до выздоровления сначала. И теперь до утра. Есть, конечно, шаром свой времен именно ночью, но утро вечером мудренее. У этого сейфа механический замок, состоящий из пяти затворов, каждый из которых управляется собственным числом. Вы могли бы попытаться подобрать код, но этот процесс займет некоторое время. Давайте. Первая цифра кода. 0. Тихий щелчок. Окей. 0. Тихий щелчок. 0. 0. Обычный щелчок. 0. Вы поворачиваете ручку и слышите, как один затвор сходит с места и возвращается обратно. Замок остался закрытым. Иначе вам говоря, вам удалось подобрать одно верное значение из пяти. Так, подождите. Мне надо бумажку взять. Сейчас, секунду. Так, ну что, будем сидеть подбирать секретный код. Невероятный геймплей. В очередной раз. Давайте. Один. Очень тихий щелчок. Что значит очень тихий щелчок? Давайте попробуем прожать каждую цифру. Обычный щелчок. Пять. Очень тихий. Я так понимаю, обычный идет ближе. Ну, то есть... Слышно обычный щелчок, если цифра ближе э, к нужной. Четкий. Вот. Значит, первая цифра это 3. Окей. Давайте. 4. Обычный. Значит, где-то рядом. Да, ⁇ -мо ⁇ три Три. Нет. Три. Um, пять. Вот. Отлично. Три, пять. Работаем, работаем, работаем. Интересный геймплей, напоминаю. Такой невероятный, я бы даже сказал. Так, три. Пять. И давайте два. Очень тихий, значит, далеко. Так, 3, 5. И теперь, значит, смотрите, это не 1 и не 3. И, наверное, не 0. Давайте 4. Очень тихий. А, 0, что ли, реально? Мне кажется, я когда вводил, там был не 0. Но хотя мне сказали, что я подобрал одну правильно. 3, 5, 0. Да, четкий щелчок. Отлично. Записали. Три, пять, ноль. Четыре. Очень тихий. Значит, три, пять, ноль. Значит, это не три, не пять. И не 0. Давайте 2. Обычный, значит 1. Работаем, работаем. Профессионал работает, предупреждаю. Да, 1. Сколько там еще этих цифр? Сколько их всего? 5, 6. Давайте, ну, 3. Очень тихий. Значит, это не 2 и не 4. 4. Три, пять, ноль, один. Пусть будет пять. Очень тихий. Значит, это не пять. Угу. А, вот, да, это последняя цифра. То есть там. Это один может быть. Сейчас попробуем. Так, три. Пять. Ноль, один. Один. Да, найс. Nice. На всякий случай запишу. Все введенные данные, все введенные вам значения оказались верны. Вы поворачиваете ручку, и дверца открывается. Стимулятор. Личный сейф написано. У меня такое подозрение, так как он стоит на входе в город. Возможно, это какая-то система, типа с этими ну, реально с личным сейфом, то, что, типа, только я здесь могу хранить вещи. Ну, возможно, в будущем использую. Посмотрим. Отличная работа. Так. Начальник каравана. Караванчик. Караванчик. Начальник, нифига себе. Несколько начальников. Что это за такое? Ну давай уже, доставай меня вопросами. Расскажи, как там в пустоши. Тяжело в пустоши. Нам приходится двигаться по довоенным трассам, потому что так удобнее и быстрее, чем через пустыню. Но рейдеры знают об этом, поэтому, подходя к заправкам и маленьким поселениям, нам всегда приходится быть на готове. А между какими городами вы торгуете? Я торгую между Нью-Риной и Лас-Вегасом. Лас-Вегас? Очень интересно. А можешь показать на карте его? Караванчик указывает на карте мира расположение конечного пункта назначения своего каравана. Вот здесь. Спасибо, еще вопрос. О, а нам как раз нужна была бесплатная рабочая сила. Ты как раз вовремя. А куда путь держите? Видишь эту повязку на руке? В следующий раз просто посмотри внимательнее. В Лас-Вегас движемся. Товар закупать. А потом обратно сюда, на торги. Ясно. Но я хотел кое-что спросить об этом городе. Нюверина город наравне с Садом. Здесь есть даже иерархия от бесов до дьяволов. Дьяволы это местные гангстеры. Лучше держаться подальше от них и прочих местных тусовок. Торгуешь и сразу уходишь, потому что даже в пустошах безопасней. А если поподробнее, куда здесь можно сходить оттянуться, например? Слушай, я сам здесь особо не задерживаюсь. Да я охота мне... Не охота мне лясы точить после похода. Устал. Знаешь, есть тут один караванчик на пенсии. Как говорится, его зовут Рики Погонщик. Он живет на третьем этаже в Радуге. Это напротив Эльдорадо. Сходи, плесни ему пойло. Он тебе все расскажет о городе. Он большой знаток, поверь. Так, еще вопросы. Нихуя себе. Слушай, а ты не встречал такого караванщика, напоминающего мертвеца? У него обгорела кожа, оголенные зубы. Это про что речь вообще? А, -а, а, про Гарольда, точно. Это же Гарольд. Давно его не видел. Хороший мужик. Караванщики всегда его любили. Пусть он и полуживой, зато с ним не соскучишься. Он часто здесь бывает? Нет, он все время в дороге. Говорят, ищет местечко, чтобы осесть вместе с себе подобными. Последний раз я его видел на пути в хаб. Это далеко, даже не спрашиваю, где это Понятно а, Ну все То же самое Караванчик 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 И, пожалуй, это караванчик Да Так дико хочу в магаз сходить Интересно, кстати, что там что-то есть. Но туда камера не двигается. То есть это все-таки не, не игровая зона уже. Торговец Бартон. Что ты ищешь, дружище? Это что у тебя на прилавке? Билеты на дилижанс? Точно. Не всем желающим удается. Уехать удается. Расплачиваются наличкой. Поэтому я покупаю в Невадском экспрессе пару билетов и обмениваю желающим на хорошие товары. Эм. А... Бери, не задумывайся. Это проще, чем ждать, пока у тебя заполнится копилка. А в чем подвох? Нет никакого подвоха, все честно. Видишь ли, дилижанс берет только наличкой. Они все могут себе это позволить. Впрочем, как я уже говорил. но дело за тобой. Хочешь, иди сразу к администратору Невадского экспресса. Давай меняться. Так. Пистолет Винчестер. Дорожный чек патроны, 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 5 -мм пистолет, дробовики, винтовки, гранаты, кастеты, кожаная куртка. Сколько такая стоит? 700 Ну, можно будет, если что, купить. И все. Так, ну надо сначала попродавать ему личное. Ой, лишнее, лишнее. Личное это оставим. Личное, не публичное, как говорится. Так. А это, 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 это. Вот это. Вот это. хотя это оставим, может пригодиться в жизни. Ляшка. Ну, давай продадим три. Оставим одну. Тоже продадим 4, продадим 3, оставим по одной штучке полицейскую дубинку, сапоги не будем. Маузер. Кидаю нож байкера. Чистая вода. А, кстати, вот как раз. Мне же говорили, то, что в Рина можно продать яйца гекконов. Хотя, блин, не, пока не буду трогать. Может, их можно куда-то это деть. Так, нет, хилки не буду продавать пока. Копье. Так, трапы тоже, наверное, оставлю. Все, пока, пока пусть так будет. Где же починить куртку можно? Я думал, можно было у чела в этом. В как его называют? Ну, короче, этот, община, где этот дед самый главный. Я его постоянно Джеральд называю, но он как-то иначе называется. А, сейчас скажу. Джерлок. Во -во -во. Так, Туко. Хоу, да это же наш любимый клиент. Что, еще нет? Ну, так обязательно будешь им. Уверен, это просто вопрос времени. Чем Тука из Невадского экспресса может помочь тебе? Невадский экспресс? Не припомню таких. Ничего, сейчас мы тебе все растолкуем. Вижу, у тебя эта штука для диска есть. Ну так вот тебе наш рекламный диск. Ознакомься на досуге. Довольно навязчивая реклама, мужик. Ладно, посмотрю, как будет время. А, Не любопытно. Откуда у вас транспорт для путешествий? Нам удалось починить и переоборудовать несколько довоенных автобусов. Они требуют постоянного ухода. Здесь и в Солт-Лейке у нас есть знакомые техники, которые помогают с ремонтом. Но главное... Автобаза находится в Лас-Вегасе. Ух ты, в наше время редко встретишь действующий транспорт. Где бы и мне такой достать? Ну, могу тебе шепнуть на ухо один вариант. Говорят, в ветре войны местный техник пытается починить старый пикап. Но если бы он это сделал, мы бы об этом уже знали. Понятно, спасибо за совет. Туко, какое необычное имя. Мое и полное имя Тука Бенедикта Пасифика Хуан Мария Рамирес. Но я не люблю это обсуждать. Извини, не хотел тебя обидеть. Поговорим о другом. Когда ближайший рейс? Мы отправляемся завтра. Ты еще можешь успеть, пока последние места не заняли. Ладно, понятно. Пойдем, полутаемся, что тут есть. Живут ребята всякие. Так, извините, случайно забежал. Извините. Совернемся здесь где-нибудь. Да, ёлы палы. Да, ёлы палы. Ну что ж такое? Ладно, что ты за мужик? Житель Рина. Это так по современному вломаться и требовать объяснений. Ну да, Кловер. Вы опять? Оставьте меня в покое. Я уже отдала все, что у меня было. А если сунетесь еще раз, я за себя не ручаюсь. Слушайте, вы меня не за того приняли. Ох, извините, я думала, вы тоже из казино. У этих вышибал такие черствые сердца, что они даже на таких, как я, готовы руки распускать. А что случилось-то? Несчастье у меня случилось. Мой муж умер, а потом оказалось, что у него долги перед казино. Теперь меня ждет или выселение, или рабство. Простите за бестактность, но вы кто, миссис Кловер, если хотите знать. А... Я работаю на кухне в местном ресторанчике. Так а при чем здесь вы, если долги вашего мужа? Ну, вообще, на самом деле, вещь-то дефолтная, ну ладно. А разве вышибалом из казино это объяснить? Раз муж умер, то все его долги на меня легли. Такая вот несправедливость. Как погиб ваш муж. Уличные хулиганы напали, когда он пьяный из казино возвращался. Почули легкую добычу надо полагать. А, сколько он задолжал? Осталось выплатить тысячу. Даже если бы я не платила столько за это жилье, у меня уйдет несколько недель, чтобы столько заработать. А при текущей ситуации так и вовсе ничего не остается. А, и никто за вас не заступится? Пока я здесь, мистер Райт не даст меня в обиду. Ведь он берет с меня выплаты за жилье. Но так не может продолжаться долго. Едва ли он станет идти против казино ради моих грошей. А, он просто выгонит и отдаст комнату другому. Но стоит мне переселиться, как я тут же стану легкой добычей вышибал. Наверняка не сдадут меня в рабство. Я хочу помочь вам с долгами. Вы хотите помочь? Это замечательно. Но мне нечего вам отплатить. А... Так, мне надо больше узнать о проблеме. Это спросил, спросил, спросил. Спросил, да. Ну... Да, разовый гонорар Врина довольно недально... Ну... Деловой подход? Деловой подход, конечно. Мне, мне интересно, что нет варианта чисто паладинского такого, типа, да ладно, за спасибо. Ну, видимо, сразу на главного героя накатывает атмосфера Рина, большого города. Он начинает вести себя уже более по-деловому с таким подходом, да. Разовый гонорар Врина довольно недальновидный вариант. Я надеюсь, что моя помощь принесет что-то более перспективное. Спасибо за честность, я другого и не ожидала. Но слушайте, мой дом принадлежит мистеру Райту, а я работаю на отель Сильвер. Может быть, помощь мне укрепит вашу репутацию в этом районе. Знаете, здесь многие живут одним днем, от проблемы к проблеме. Мне остается только на вас молиться. Поговорите с администратором Вальдорадо. У него хранятся расписки по долгам. Пойду к нему. До свидания. Так, какие-то, какая-то семейная пара, Карл и простой житель Рино, интересно, пойдем вломимся к ним, привет, э, вы что-то хотели, да так, знакомлюсь с прекрасными трущобами, ну да, диалог забавный, конечно, залететь просто к человеку в комнату, привет, я поздоровался. Мой муж решает вопросы. Сегодня не лучший день для разговоров. Не возражаю. Ой, ой-ой-ой-ой. Извините. Ладно. Так. Это же правильный сейф? Да. Что за мужик? Нищий. Поделитесь мелочью, а? Не. Ой-ой-ой, извините. Что-то как-то я слишком бестактно реально врываюсь к людям в дом. Так, вон там хулиганы какие-то стоят. Эй, скиталец, огоньку не найдется? Хм, Насчет огонька вижу ты припас взрывоопасный коктейль. Мне как раз нужна партия. Организуешь? Коктейль Молотова? Сделаю не вопрос. Но только если принесешь мне расходные материалы и заплатишь, ну, скажем, 30 баксов. Дай-ка подумать. Нужна бутылка из-под пива, рыгаловка и немного окислителя из этих старых сигнальных вспышек для усиления детонации. Схожу для компонента. Эй, постой, как насчет питательной порции белков? Есть интерес? Чего? Ну это... Короче, есть партия диетического мясного продукта. Это лучше, чем в ресторане. Вот как? И что за продукт? Мясо, дружок, это мясо Ну мясо, перемешанное с сухариками и вымоченное в ядерколе Еще ни один не отказывался Всем понравилось Ты его продаешь? Чего? 100 баксов и банка твоя А почему я не могу отказаться? Что за... Что за это? Манипулятивная какая-то продажа товара Я не хочу никакое мясо в сухарях и ядерколы Ну ладно 100 баксов не такая уж большая цена за качественный продукт в наше время. Слушай меня. Я работаю с хорошими ребятами и с племени не по дорогу. У них чистый продукт с гор. Ладно, я пока воздержусь. Дело твое. Потом не ночь, что у меня партия заканчивается. Посмотрим. Так. У меня есть все, что нужно для счастья в этом угрюмом мире. Я знаю, чего ты ищешь. И у меня есть столько, столько, сколько тебе нужно. О, клиент пришел за товаром. Что предпочитаешь на этот раз? О, это, видимо, дилер препаратов. Просроченная на целое столетие таблетки для желающих бросить курить. Тело употребившего на короткое время становится сверхактивным, а голова необы необычайно проясняется. Ну не, такое-такое мы осуждаем. Кстати, ягоды по слену у него есть. Сколько стоит, интересно. О, дороже, чем у в племени. Поэтому не зря я там сразу взял. А если яйца ему продать, сколько стоит? Много заплатят. 100. Неубедительно. Так. Что тут? Это какие-то эти нарколыги. Кстати, Казик. Может по попробовать пошпилить в Казик? Я ж не зря удачу, надеюсь, скачал. Правда, азартные игры у меня <coughs> не такие высокие, но может быть. Ой, может быть, прокатит. Я думаю, стоит попробовать. Так. Давайте, знаете, давайте попробуем что-нибудь шпилануть по-быстрому. И, наверное, все на сегодня. Да, казик по ракете. Ну да, да, вот я, я о чем и говорю. Так. А я вообще могу во что-то сыграть? Вот, допустим, странная машина. Игральный автомат. Окей. А, похоже, кто-то блокировал машину. Крупье. Так, делайте ваши ставки. Минимальная ставка 5 баксов. Делайте ставки. Давай 100 баксов. Эй, удачи в следующий раз. Ну-ка, давай еще раз. Ой, походу выиграл один раз. 0 А, вот, 0 23 в пользу казино. Я понял. Подкрутка. Походу подкручена. Так. Ну ладно. Я думаю, правда, Юрина все-таки город большой. Тут много куда исходить, много с кем поговорить и так далее. Думаю, Завтра, завтра, ну или, по крайней мере, может, если не завтра, то на следующем стриме точно, в ближайшие дни. Но думаю, завтра, на самом деле, разберусь со всеми этими делами. На сегодня, на сегодня, сохранюсь дополнительно. Пока, наверное, все, сколько там. Четыре часа простримил, в принципе, нормально. Получился такой долгий, достаточно плодотворный стрим. Много чего сделали. Хорошо пообщались, пошпилили. Спасибо всем, кто пришел всем кто смотрел а, ну и пакета пакета всем до следующего раза давайте давайте.